to celebrate the most blessed occasion of the Vyasa Puja, the appearance day of our most dear Nityalila Parishtam Vishnupad Ashtotara Satasishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Нашего всеми дорогого, любимого и почитаемого Нитьялилы Прадвиштхом Вишнупада, что Тарашата Шри, Шилы Бхактивиданты с вами Прабхупады. So I want to invite, who will speak first. Я хочу дать возможность преданным сказать слова прославления. Предложите к Шрада Гушпанджали Шилы Прабхупады. You can come here. Give me the mic. Om Gyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Trishtaya Bhutave Shrimate Bhakti Vedanta Swami Vriti Namine Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяде Шатарине Манчакалпатарупеща Крипа Синдубе Девача Патитанам Паванебью Вайшнавебью Намонагавам. Сегодня отмечаем этот величайший день, день явления нашего Ачарьи и вдохновителя, который дал старт духовной жизни для огромного количества преданных. Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады Махарадж. И мне вспомнилась одна харикатха Шрилы Бхактивиджан Бхарати Махараджа, которую он давал на карте 2016 года на Тирубал Махоцев Шрилы Прабхупады. И он тогда объяснил очень важные вещи, которые очень глубоко тронули мое сердце. Сначала Махарадж погрузился в некоторые воспоминания о своем общении со Свами Махараджем. Он рассказывал, как они приглашали Шрилу Прабхупаду, когда он жил еще в храме Радха Дамодары, к себе в МАД. И он рассказывал, как он приходил, и первым делом он всегда рассказывал харикатху. И после этого он почитал прасаду. А потом он уехал. И какое-то время его не было, и все забыли даже немножко об этом. И потом вдруг произошло чудо. Когда во Вриндаване появились первые западные преданные. И все были счастливы, просто потрясены, и все понимали, какое чудо он совершил. И один из братьев Боги Шрилы Прабхупады решил навестить в то время. И когда он подошел к тому квартире, где жил Шрилы Прабхупада, ну там, как всегда, стоял кто-то на охранника, чтобы не беспокоили все подряд. И этому преданному, Бхарати Махарадж рассказывал, что этому преданному необходимо было поставить тиво. И под рукой там не было никакой воды. Поэтому он так долго не думал, просто плюнул на руку, развел бабичанду, ну и нанес себе тиво. У вас восстание у меня? Да. И духовный брат Шрилы Прабхупады, он увидел это. Ближе микрофон к рту гораздо. И когда он попал на Шрилы Прабхупаде, то он первым делом ему все это и выложил. Говорит, как это вообще невозможно? Это же нарушение всех вообще принципов чистоты. Шрилы Прабхупада стал ему объяснять. Он говорит, ты понимаешь? Это же западные люди. Он говорит, слава Богу, что они вообще соглашаются ставить тиву.
Вот, пускай они согласятся принять все благоприятное. А всему остальному мы уже потом их обучим. И вот Шрила Бхактисиддханта Бхагавати Махарадж, он акцентировал именно вот на этом моменте настроения Шрилы Прабхупады, что он всегда следовал за Шрилой Рупой Госвами. И принял этот принцип «Ена тена пракарена, монах Кришна невешае, сарва ветхи нишедексью, это йора и вакин карагам». Что так или иначе необходимо просто привязаться к Кришне, сосредоточить свое сознание на Кришне. А все остальные правила и предписания являются просто кинкари, слугами этого основного правила. И поэтому Шрила Прабхупада всегда старался дать высший вкус парам приштвани вартанте. И поэтому он не акцентировался на каких-то строгих правилах. Он говорил, что лучше не читайте Харибхакти Вилас, потому что вы просто разбежитесь. Максимально все упростил. Но в то же время он никогда не шел на компромисс с Майей. Эту историю я еще одну расскажу. Я уже слышал не от Бхактивиданты Бхарати Махараджа, просто от других преданных. Как однажды один ученик Шрилы Прабхупады, у которого только-только состоялась виваха ягья, он пришел тоже на даршан Шриле Прабхупаде и начал задавать вопросы. Немножко хитро. То есть он спрашивал, как бы вот так устроить свою жизнь, чтобы с одной стороны и чувства были довольны, а с другой стороны, чтобы и Кришне вернуться тоже. И Шрила Прабхупада ему сказал, ты уже 500 жизней задаешь мне один и тот же. Смягчил он духовную практику, правила предписания, но с другой стороны он никогда не шел на компромисс с материальной энергией, с Майей. Потому что если люди не избавятся от привязанности к чувству наслаждения, то духовная практика просто ничего не даст, это все впустую. И первым делом он сколько лет говорил, что мы не это тело, мы не это тело, чтобы хотя бы это понять. Потому что теоретически мы это понимаем, но все равно продолжаем действовать как тело. Какие-то ситуации. Мне еще одна короткая история пришла на ум о Шриле Прабхупаде. Как однажды Малати Деви, ее муж Шемасундара Прабу и Киртанананда. Они путешествовали вместе со Шрилой Прабхупадой. Ну и Киртанананда, он как-то все время доставал немножко Малати Деви. Все время я их повторял, вот женщины не могут духовно развиваться, женщины не могут духовно развиваться. В конце концов она обиделась, пришла к Шриле Прабхупаде и спросила. Шрила Прабхупада, это правда, что женщины не могут духовно прогрессировать? И Шрила Прабхупада сказал, правда. Если ты считаешь себя женщиной, то ты не сможешь. Таким образом, Шрила Прабхупада все время вдохновлял с самого начала и старался подвести до высоких стандартов бхакти. И по его милости, Шрила Прабхупада также вошел в мою жизнь. Потому что я просто прочитал Бхагавад-гиту, как она есть, и это полностью изменило мою жизнь. Буквально через полгода я уже оказался в Брамачари, в Ришном храме. Все это по милости Шрилы Прабхупады, то есть Шрила Прабхупада спас меня. Благодарность, оплатить за это невозможно. Вот по милости Вайшнава как-то пытаюсь распространять религию Шрилы Прабхупады, проводить намахаты, харинам сакиртаны на улице. Благословите меня все, пожалуйста, чтобы я дальше мог это продолжать делать. So you can see
see our brahmacharis, they are so qualified. Вот посмотрите, какие у нас квалифицированные брахмачари. So you can invite them to come to your city from time to time and give lectures. У нас очень достойные брахмачари, поэтому старайтесь и хотя бы периодически зазывать свои города, чтобы они там проповедовали, давали, проводили намахаты. Don't think you can only hear from me. Не думайте, что вы просто будете слушать. У нас очень много достойных вайшнавов в нашей санге, поэтому приглашайте их к себе. And serve them and hear from them, you will make spiritual progress. Уважайте их должным образом, служите им, и вы будете духовно развиваться. And I will be very pleased also. Это будет доставлять удовольствие мне. Sometimes if they cannot come physically, you can ask them to give a class by Skype video. Даже если они физически не могут навестить вас, они могут проводить намахату с помощью Skype video. But don't be miserly. Sometimes you should buy them a ticket. Не будьте жадинами, иногда все-таки покупайте им настоящие билеты, чтобы они к вам приезжали. Oh, my God. Just speak loudly, but maybe they'll be listening to you. Narayana Parayana Jadahankara Nashana Rupanugam Rida Prima Vyojana Ete Namaha Namom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swamini Pinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashkatya Deshatanine Manchakalpatarubhyasya Vipasindope Vajapatitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo. So Srila Gurudeva, today very mercifully give me this possibility to try somehow to glorify our dear Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in such a way that I may can receive His mercy also and be glorified. Сегодня Шрила Гурудева очень милостиво позволил мне иметь эту возможность сказать несколько слов прославления Шрилы Прабхупады, тем самым самому очиститься и возвыситься и, возможно, обрести благословение Шрилы Прабхупады. He said, Ishvara Jarmatiti Jehino Pavitra Srimata Vaishnavera Titira Charitra, which means that just like the appearance day of the Supreme Lord Sri Krishna or under his avatar, Vishnutattva, is Pavitra, is very auspicious, so non-differently in the same way, the appearance day or disappearance day of the pure Vaishnava is the same purifying for us. Ни трансцендентного явления, трансцендентного ухода Вайшнавов не менее благодатны и достойны празднования, чем явление самого Кришны и всех его ипостасей. So it's most important that whenever we are now, we are very lucky to be with our Gurudev in the festival. Also, if we are by ourselves, we should always try to celebrate the appearance day or the disappearance day of any Vaishnava. Сегодня, по беспричинной милости Шри Гуру Гуранги, нам посчастливилось праздновать это событие рядом тут у лотосных стоп Шрилы Гурудева. Но даже если бы находились где-то вдали, необходимо даже в одиночку, если нет других вайшнав, рядом отмечать такие важные трансцендентные события, как дни явления, дни ухода духовных учителей ачарьи. На карма банданам джанма вайшнаванам надидьяте. Means the karma, the vaishnava, the pure devotee, they are not bound by any karma. And so their appearance, they, is not because they appear like ordinary living entity due to their karma, but they appear by their own free will, that they have a strong desire to serve Sri Krishna, to preach His message to the fallen soul in this world, and deliver them. В отношении чистых преданных нужно всегда помнить, что они не подчиняются законам кармы, они не связаны узами кармы, поэтому они являются в этом мире по своей сладкой воле добровольно, чтобы принять участие в служении Господу и распространении Его миссии. So Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, inspired by this strong desire to serve his Gurudev first and also to deliver all the fallen souls, when he was very old, he took the boat and after 2 months he arrived in New York. He began his preaching in Boston. Преисполненный безграничным
бесконечной благодарностью и желанием услужить миссии своего Гурудева и движимый безграничным состраданием ко всем дживам этой кали-юги, Шрила Прабхупада в очень преклонном возрасте на грузовом судне отправился в путешествие в Америку и через 2 месяца прибыл в Бостон. Or we can say Шрила Прабхупада Ядричая, he arrived in USA. То есть можно сказать, Ядричая, по своей сладкой воле Шрила Прабхупада переместился в Соединенные Штаты Америки начать распространение миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. And Ядричая usually is translated as by good fortune. But the deeper meaning is that by his own free will, he decided to go to preach his Guru mission. Слова Ядричая переводятся обычно как по беспричинной милости, но на самом деле глубокий смысл, что Вайшнав, так как он сватантра, полностью независимый, он по своей сладкой воле решает одарить своей милостью джив и отправляется куда хочет. Because the pure devotees, they are completely independent, even if themselves they feel completely dependent on the mercy of Shri Krishna, but Shri Krishna himself keep them independent in the way that he keep his Kripa Shakti, his merciful energy to give mercy to all the jiva of this world, he freely keep them with his pure devotee. Несмотря на то, что каждый чистый преданный считает себя полностью зависимым от милости Господа, на самом деле, по факту, чистый преданный полностью сватантра, независим. Сам Кришна зависит от своего преданного, и сердце чистого преданного – это та шкатулка, в которой Кришна хранит свою крипа-шакти. And there is no other way for the living entity of this world who are bound by Maya to receive the mercy of the Supreme Lord. Only through his pure devotee. Чистый преданный – это посредник между Господом и обусловленными душами. У обусловленных душ нет доступа напрямую к Господу. Единственный способ приблизиться к Господу – это принять прибежище у Его представителя, чистого преданного. Because the Kripa Shakti of Shri Krishna is under his Ichha Shakti, his desire. So you cannot desire something positive for someone you don't know, you don't never meet and you never see. Так как они хранители Крипа Шакти Шри Кришны, Его милости, то поэтому они могут ее давать только тем, кто им знаком. Ты не будешь ничего ценного давать просто незнакомому какому-то чужому человеку. То есть надо наладить отношения с чистым преданным. And because Shri Krishna is like the sun, and all the living entities are light and darkness, so in the same way Shri Krishna being the sun can never see what happening in darkness, can never touch it. Все живые существа находятся в тьме Майи, а Кришна подобен Солнцу. Солнцу тень неведома. Солнце не знает, что такое тьма. Он не может вникать в то, что происходит с обусловленными дживами. So the living entity of this world, with their anadi bahirmukh, being forgetfulness of Krishna since time immemorial, they cannot be seen, whatever they do, whatever is happening to them, they can never be seen by the Lord, they can have no chance to contact with Him. У Господа нет духа анубава, Он не знает, что такое страдание обусловленных джив, потому что это просто, это иллюзия, мы живем во тьме, анади бахирмукх, мы с незапамятных времен с безразличием относимся к Господу и не хотим Его знать. И поэтому мы как на разных планах, которые не пересекаются. Кришна не может прочувствовать или сопереживать нам в наших иллюзорных страданиях. But Supreme Lord, we know that He is a Karuna Sindhu, He is an ocean of mercy. So how possible He will leave all the jiva that He has replaced now in this material world? Но одновременно с этим Господь Кришна, Karuna Sindhu, Он океан милосердия, поэтому Он никогда не может по своей природе оставить в беде, полностью позабыть о обусловленных душах, живущих в тьме Его иллюзорной энергии. So His Kripa Shakti, His energy to bestow the mercy on the jiva in this world, he keep with his pure eternal associate, pure devotee, that manifests the transcendental body by appearing in this world, such as Srila Prabhupada has done. Поэтому он поместил свою крипа-шакти в полное пользование, свою энергию милости он отдал в распоряжение своих чистых преданных, чтобы они могли делиться крипа-шакти и пробуждать бхакти в сердцах живых существ. And nobody can preach
want to speak as Srila Prabhupada has done. Nobody can preach anything in this world about pure bhakti if he's not empowered by the kind of guru tattva with Balarama Nityananda Prabhu. Не будучи уполномоченным гуру таттвой, изначально Канда гуру таттвой, Баладевом Прабху, Нитянанда Прабху, никто проповедовать не может вообще. Никакая истинная проповедь не состоится, если человек не является носителем милости гуру таттвы. Кимута, что уже говорить о той проповеди, которую совершил Шрила Прабхупада по всему миру? So because bhakti is transcendental, so if the person who is preaching is not also in that platform of transcendence, beyond the sattva, rajantamas, he is vishuddha sattva, then how can he preach? If you don't have it, you cannot give it. То есть, если у вас нет чего-то, вы этим поделиться никак не сможете, так как бхакти, оно вне гун, это уровень вишуда сатвы. То есть человек сам, не пребывая на уровне вишуда сатвы, не может дать бхакти никому. So Srila Prabhupada, he was empowered by Balaram Prabhu and Nityananda Prabhu to bestow the mission of dividing two points. Prema Paracharana and Pashanda Pala. И Шрила Прабхупада был полностью уполномочен, вдохновлен и направлен на эту миссию Баладевом Прабху и Нитянандой Прабху. Pashanda Pala means to destroy the heretics, the atheistic people, which is actually the, this mood, it is deeply rooted in our heart. So he destroyed that. У него были две составляющих в этой миссии, чтобы разрушить безбожие, которое присуще сердцам всех обусловленных душ. And this is the most difficult thing that was this mission was given to Srila Prabhupada himself, to go in a place where nobody had never heard about bhakti, what to speak of bhakti, even about some normal behavior. They never heard, they was never practicing, and you have to go there and begin to preach this. It is practically impossible. Насколько трудная задача была выделена Шри Прабхупаде, то есть ему надо было работать с полностью такой жесткой почвой, то есть отправиться в страны, в которых никакой идеи не было о варнашрама дхарме, и с нуля начинать засеивать это какое-то дохлое поле семенами бхакти. Это очень сложно. So he had to go there and cut out all the jungle from the heart of anyone he was meeting. То есть ему предстояло работать сердцем каждого, кого он встречал, и вырубать эти джунгли, которые проросли там. Only then, when the, all the jungle is completely gone, even the roots, then the earth, then we can put a seed and it can grow. Как засеять что-то? Надо подготовить почву, чтобы посеять семена бхакти. Поэтому вначале надо было искоренить из сердец этих людей все эти сорняки, потом вспахать эту почву и уже потом засаживать ее. And only then, when the earth is very fertile and the seed of bhakti can grow, then people can understand about his mission. Second point is prema prachana, preaching about the glories of prema. Сначала ему надо было хоть как-то возвысить этих людей из тьмы, такой бездны греха, просто грубого греха. И только потом уже подготовленную почву он начинал сеять семена бхакти и исполнять вторую составляющую своей миссии, это уже давать прему, то есть знание о партии прем. Према прачарана дуи гарья абхадута гарья брахман. It's a verse from Chaitanya Karanika. That Nityananda Prabhu traveled everywhere, distributing grain and cutting the philosophy of atheists and offenders. This was the two missions of the Abhadut. So because a guru is the empowered representative of Nityananda Prabhu, so guru has these two missions. Этот стих. So what you're saying is perfect, but it's good if you can give the praman, the verse from. То, что Мадхава Прабху говорит, идеально, но нужно знать глубже эту идею, что это праман этого, это читание Чаритами, это где сказано, что Нитянанда Прабху, это Авадут, он повсюду искоренял безбожие, атеизм и наделял всех премой. А так как гуру, истинный гуру является представителем Нитянанда Прабху, Нитянанда Пракашем, то такая миссия и у каждого гуру. Шрила Прабхупада ки джай! Exactly. You see, on the Vyasa Puja day, в день Вьяса Пуджи,
First you should tell the tattva. Сначала нужно рассказывать татву. Гуру татву. Объяснить гуру татву. Кто такой гуру? And then after that you can tell the anecdotes, that is the individual examples from the life of that acharya, how he represents that guru tattva. Сначала во время Вьяса Пуджи нужно рассказывать гуру татву, а потом уже наслаивать сами истории, иллюстрации жизни определенного гуру или ачарьи, чтобы понять, как вот эта гуру-татва проявлялась в его жизни. So the speakers each day have a short time, so they cannot do everything. Но так как у нас мало времени для каждого выступающего, и поэтому они не готовились все вместе, не знают, в каком порядке кто будет вызван. So very nicely, one brahmachari gave all the tattva of guru tattva, and the other brahmachari gave the anecdotes from the life of немножко вне хронологического порядка, но получилось, оба брамачари выступили потрясающе. Один поведал нам гуру татву, один рассказал анекдотические истории жизни Шрилы Прабхупады. So you can just see how qualified they are. Посмотрите, насколько они становятся уже зрелыми. Actually, hearing the anecdotes from the life of the acharyas is very purifying and very moving. На самом деле очень полезно слушать истории, примеры жизни ачарьев, потому что это сильно очищает сердце от скверны. And also very entertaining. И также это развлекает. But the siddhanta. Но siddhanta. It is more difficult. Siddhanta труднее принимать. But Srila Krishna's Kavya Goswami Pada said, Siddhanta Baliya Kare Nya Karo Alas, Siddhanta Baliya Chete Nya Karo Alas, Jyavaiti Krishna Lagi Surdita Manas. When it comes to the Siddhanta, don't be lazy. Не все любят слушать Siddhanta, и не все способны усваивать его, ее. Но Шрила Кришнас Кавья Госвами предостерегает и напоминает, что Siddhanta очень важна, поэтому не ленитесь, прилагайте все усилия, чтобы постигать философские принципы. Determined effort to try to enter into it and understand. То есть серьезно отнеситесь к этому как к задаче, которую нужно освоить, что нужно изучать Siddhanta. And then all the lila will become very relishable transcendentally. Otherwise, it can be taken in a mundane way. Потому что Siddhanta — этот крепкий фундамент, основа дворца расы, поэтому лилы, если вы не понимаете Siddhanta, вы будете воспринимать лилы в полностью искаженном понимании. Поэтому очень важно укрепиться в философском понимании, тогда лилы станут чрезвычайно сладкими. Bhagavadas Brahmachari has told so many very strong siddhantic points, solid like a mountain. Bhagavadas Brahmachari сейчас перед вами подстроил такую высокую гору, крепкую, состоящую из философских концепций. I'm telling you, in this whole world, it's very rare that you can hear such siddhanta. Я вас уверяю, в этом мире трудно найти источник такой стойкой, крепкой седанты. Don't know how many people in this room can understand what he said. Многие из вас, может, и не поняли глубину того, что доносил Мадав. Das. How Krishna is like the sun. Что Кришна подобен солнцу. So he has no awareness of the suffering of Maya. Кришна не ведает Майя, просто не знает, что такое Майя. Everyone likes to think of Krishna is looking at me and he's seeing all my problems. Всем нравится там воображать себе, что Кришна, вот ему нечего делать, он все знает обо мне, там наблюдает за мной, думает о моих проблемах, когда я молюсь там и прашиваю что-то. No awareness whatsoever of any of your problems. Но по-настоящему, по факту реальному, Кришна совершенно ничего не знает о ваших проблемах. He's playing his flute in Vrindavan. Что он играет на флейте во Вриндаване. He's not thinking, oh, this devotee needs some money. Он не думает, у этого деньги на счету закончились, преданного. So mercy will not come from him. Не ждите милости от Кришны. It will come from his devotee. Милость ждите только, надейтесь на милость Кришны от его преданных. Только оттуда она может к вам прийти. Do you know the verses to support what you have said? Swayam samuttirya sudustadam dhumam Bhavanavam Bhimam Adabra Soldaha Bhavat Padambora Namatrate Nidayada Sadanugraho Bhavan. This is the prayer of the demigods. He prayed to Krishna when he was in the womb of Devaki. Гарвастути, молитва дева, Гарвастути, которая обращается к Кришне. She should also speak. Это молитва дева, которая обращается к Кришне, когда он находился в лоне Деваки.
So they said, Krishna, you are like the sun. Они говорят, Кришна, ты подобен солнцу. So you never see the suffering of the devotee. Поэтому ты не ведаешь о страданиях преданных. But Sarugraha Bhavani, your mercy comes in the form of the sad, the sadhus. То есть ты не ведаешь ни о чьих страданиях, но милость приходит через твоих сад, твоих преданных чистых. Also, he told that sadhu, he cannot give mercy to a person he did not know. И также тут важно подчеркнуть, что Мадхав сказал, что саду не может дать милость тому, кого он не знает. Есть Прамад? Есть Прамад. Это Прахлад Махарадж. Прайна Дева Мунио Свами Муктикама, this was in 7th canto. Прамад этому, это слова Прахлад Махараджа, седьмая песня Шримад Бхагаватам. So he is already so many lifetimes ahead of many of you. То есть, видите, Мадхав уже намного жизней опередил большинство из вас. I'm just refining. Я просто шлифую его. So what you're telling me is also happy Prabhupada. То есть важно все, что мы говорим кому-то в форме проповеди, чтобы мы могли поддержать это ссылкой на Шастри Праман. Because Siddhanta is so strong. Siddhanta — это сильное оружие. Even the devotees would say, what is that? I don't believe it. Даже преданные в шоке иногда от услышанного. So you have to be ready with the Shastra Praman. Поэтому вы вооружаетесь, оснащайтесь Шастра Прамана. Srila Prabhupada used to say, Acharya is like a lawyer. Шрила Прабхупада часто говорил, что Ачарья подобен адвокату. When a lawyer is speaking in the court, then he has to give the example of precedent of, from the law books and from precedent. То есть адвокат, юрист всегда должен ссылаться на законы. And then he will be taken seriously, otherwise not. Потому что иначе к нему никто серьезно относиться не будет. So I'm requesting my very dear Himati Prabhu to say a few words in glorification of Srila Prabhupada. Попросить моего дорогого Химати Прабху сказать несколько слов в Шрада Пушпане или в адрес Шрилы Прабхупады. Ом Агьяна Тимирандасья Кьянанджана Шилакая Чакшур-муритамина Тасма-шри-гуруви Рам-вишна-гадаш Радикая-бриятуне Шишима-бхакти-веданта Нарья-муритамина Шри-кришна-рагатане-сидакша Аударья-мадуря-гуня-счаюктам Парабхайня-пуручам-махам Нарья-мам-бхам-шира-сандамани Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanam Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadaveshtarayana Прикасаться к славе таких великих личностей, как Свами Прабхупада, как Шрила Гурудева, как Шрипад Прабхупада. Потому что эти личности относятся не к обычным женщинам. Баладев Прабху, который является Гуру Тату, наделил каждого из них определенными силами, определенными миссиями и отправил их в этот мир, чтобы каждый из нас, обитателей этого темного материального мира, смог соприкоснуться с этим лучом трансцендентного знания, которое полностью осветит самые темные уголки нашего сердца и позволит нам встретиться с собой и с той личностью, которая
самая дорогая для Баладева Прабху. Сашин Кришна. И, конечно, Сашин Кришна. То есть с этой целью эти великие личности приходят в этот мир, лелеют в своем сердце это желание Баладева Прабху. И невзирая ни на какие препятствия, которые может создать материальная энергия, пренебрегая всеми законами, они идут в те места, которые полностью недоступны, которые полностью покрыты этими непроходимыми джунглями грехов. Это место становится естественным местом обитания для всех нас. Мы не задумываемся над этим. Поэтому, если мы вспомним жизнь с вами Прабхупады, то, будучи в очень преклонном возрасте, отказавшись от всего, что связывало его с этим миром, он отправился через океан в страну, которая ему полностью неизвестна. В течение этого путешествия он перенес 2 инфаркта. И не в силах понять, что происходит, он получил даршан Кришне, где Кришна сказал: ни о чем не переживай. Ну, я защищен. Просто и видите. Он приехал из Индии, теплой страны, которая полна брахманов, религиозных людей, где жизнь сама подталкивает тебя совершать преданное служение. Приехал в ту страну, где было холодно, он был в резиновых тапочках и что он стал делать? Он, первое, что он сделал, он восстановил свои писания, которые украли обычные люди. Он заново все восстановил, он заново все напечатал. Он ежедневно ходил и сам искал этих удачливых душ, которые смогут соприкоснуться с этим трансцендентным знанием. И все это, все эти усилия, которые он совершал, казалось, никогда не дадут никаких плодов. И когда он был уже полностью разочарован своими усилиями, тогда он сел в том пескаре парке под дерево, достал каратал, закрыл глаза и стал воспевать святые имена. И как результат, все мы вышли к его лотосным стопам и получили от него эту пищу, которая спасла нас от этой болезни материализма, в которую нас вольно или невольно погрузили. Он сам своими руками кормил своих учеников. Он сам показывал, как одевать одежду. Он показывал, как чистить зубы, как чистить язык, как совершать поклонение. Все это он учил своих учеников лично, своим примером.
Своим личным примером он научил, как распространить это знание по всему миру, которое он вложил в свои книги, которые он перевел на 18 языков к тому времени, но сейчас они переведены на все языки. Каждый имеет возможность. Сегодня мы вспоминали, как Бхагавад-гита, с вами про как она есть, меняет жизнь человека полностью. Полностью вырывает его с корнем из майи и отбивает навсегда всякий вкус к обычной кармической деятельности. Как Ачарья должен был вложить туда каждое слово, пропитанное любовью к своему Иштадеву, чтобы оно было в состоянии тронуть каждое сердце всех поколений. Все то, что я говорю, я никогда не видел с вами Прабхупаду, но я всегда вижу его учение. Я безмерно благодарен Баладеву Прабху за то, что он послал нам. Эту спасательную лодку, которая поможет нам пересечь океан материального стиля. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtata Deshatarini Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Сила Вриндаван Дас Тхакур. Сила Вриндаван Дас Тхакур. He said, Вайшнава Чиния Нари Дейвера Сакати Кемани Чинину Муи Адамалакума. Even the great demigods, they cannot recognize pure Vaishnava. Шрила Вриндаван Дас Тхакур сказал, что даже возвышенные полубоги не могут распознать чистого Вайшнава. When Sri Krishna, before he appeared in this world, he was in the womb of Devaki, and the Devatas came and offered prayers.
Когда Кришна находился в лоне Деваки, то деваты собрались там и возносили Гарбастути, молились Кришне. But when a great Vaishnava is appearing in this world, the devotees don't come and offer prayers, they don't know. Но когда великие Вайшнавы приходят в этот мир, деваты об этом совершенно ничего не знают, они не приходят в тот дом с молитвами. So the pastimes of Shri Krishna are very confidential. Лилы Кришны очень сокровенные. But we see that the appearance of the pure Vaishnava is even more secret. Но мы видим на бесчисленных примерах, что лилы чистых Вайшнав еще более сокровенные. So he said, if the devotees cannot recognize a pure devotee, then kemone chini bomu Adam Albamati, then what to speak of myself? I am Adam, I am very fallen, and I am Albamati, I have very minute intelligence compared to those devotees. Вриндавана настолько, если даже дева там не под силу узнать чистого преданного, то как я могу распознать чистого преданного? Кто я по сравнению с деватами? Вообще жалкий, никчемный, неспособный, у меня нет никакого разума. So how can we know such personality? Как познать, only кто является чистым преданным? Only by the hearing process. Это возможно только благодаря слушанию, процессам слушания. Once. Однажды some disciples of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, many years after he had left, they were sitting together and they were discussing some philosophical point and discussing what is the vichar, the deliberation and conclusion of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur on this subject. Однажды, много лет после ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, его ученики собрались вместе на Иштагоште и обсуждали вичар и Гурудева по поводу определенной какой-то философской концепции. So they were discussing and presenting different ideas, but actually, though they were the direct disciples of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, they had not deeply understood him. То есть они были непосредственные ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, и некоторые из них выдвигали различные идеи по поводу вот этой философской концепции, но несмотря на свое общение с ним, многие из них все равно не улавливали сути его философских идей. So my Gurudev was there at that time. He was quite young. Мой Гурудев в это время присутствовал среди вот этого собрания вайшнавов, он был достаточно юным в то время. And he said, if you will allow me, I will express what is the conclusion of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur on this point. Он попросил разрешения у старших преданных высказать идеи по поводу истинных заключений Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такур, его истинного мнения. And he explained it. И Гурудева наш объяснил эти идеи. They said, who are you? You have never even seen Srila Prabhupada. You never met him. Вайшнавы отнеслись к его выступлению несерьезно. Они сказали, ты кто вообще? Ты никогда в жизни не видел Прабхупада Бхактисиддханту Сарасвати Такура? Then our Gurudev said, oh, you have seen him with your eyes. But I have seen him through the ears by listening to my Gurudev. На что наш Гурудев ответил, вы видели его глазами, а я видел его ушами, слушая его катху из уст моего Гурудева. So then they became angry. Эта дерзость возмутила старших вайшнавов. We are senior vaishnavas. Они подумали, что это за нарушение мариады. You are, who are you to say? That we have only seen with the eyes, but you have seen through the ears. Как ты осмеливаешься нам такое говорить, что мы видели своего гуру лишь глазами, а ты видел его ушами? We will complain to your Gurudev. Мы непременно пожалуемся на тебя, твоему учителю. Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami. Нашему Парамгурудеву Шрили Бхакти Прагьяне Кешава Госвами Махараджа. So then they all went to our Парамгурудев Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami to complain against. И, конечно же, не ожидая долго, они отправились к Парамгурудеву пожаловаться на нашего Гурудева. So he listened to their complaint. Парамгурудев выслушал их жалобы. Then he asked them, what is your conclusion on this subject matter and what did he say? И сказал, поведайте мне сейчас, что обсуждалось на этом Иштагоште, что сказал мой ученик и что излагали вы. So then they explained. Они пересказали ему суть того, что было сказано там. Парамгурудев defended our Gurudev. He said he is correct. И Парамгурудев сказал, мой ученик абсолютно прав. He is understood because he has heard from me. Он все понял правильно, потому что он слушал меня внимательно. So you see how bold Gurudev. Посмотрите, насколько решителен Гурудев. Srila Prabhupada was
was also very bold like that. Шрила Прабхупада тоже был достаточно таким храбрым. It is a sign they are in the same group. Это указывает на то, что они из одной группировки. Of someone who is very bold. Группировки той, которая очень яростна. So I also never seen Srila Prabhupada. Я тоже никогда в жизни не встречал Шрилу Прабхупаду. But I have heard something from my guru. Слышал о Шриле Прабхупаде из уст моего гурудева. When Srila Prabhupada was a little boy. Когда Шрила Прабхупада был еще маленьким мальчиком. About 5 years old. Где-то ему было 5 лет. He used to make a rat cart with a small jagannath. And then engage all of his friends in doing Rath Yatra festival. Он мастерил маленькую колесницу и проводил такой, усаживал туда Джаганатха и проводил миниатюрный такой фестиваль Ратха Ятры, требуя, чтобы его друзья все участвовали тоже. This is a sign of a Nitya Siddha, eternal associate, Parikar of Supreme Lord, that from their childhood they're engaged in bhakti. То есть, если кто-то с раннего детства уже так активно стремится к бхакти, это симптоматика того, что это нитья парикар Господа, вечный спутник Господа пришел. When he went to college, когда он посещал, ходил в университет, then he had the pastime of becoming involved in the Indian independence movement. Там он явил того, что он вовлекся в индийскую политику, стал там членом клуба борьбы за независимость Индии. And though he'd seen many sadhus, he saw their behavior was not good, so he did not have trust in sadhus. В то время у него не было особой веры уже в духовных людей, потому что все садху, с которыми он встречался на своем пути, оказывались каждый раз какими-то притворщиками. But a friend of his said, "This one is different. You have to come and meet with this." Однажды один из его друзей сказал, "Я хочу, чтобы ты познакомился с одним истинным садху. Он совершенно не такой, как все другие. Пожалуйста, сходи со мной на эту встречу." And his friend brought him to meet Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. И очень настойчиво его друг зазвал его на встречу с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. And hearing him speak, that time. И когда Шрила Прабхупада услышал Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такура, his father gave name Abhay Charan. Отец нарек его в детстве Абхай Чаран. His father's name was Гора Мохан. Папу звали Гора Мохан. He was from a family of Gaudiya Vaishnavas. То есть потомственная уже семья была Гаудия Вайшнавов. So when Abhay Charan heard Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur speak, he was very impressed. И когда Абхай Чаран выслушал лекцию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, она оказала сильное влияние, сильно впечатлила его, оставила сильное впечатление. It was in 1921. 1921 году. So ему было приблизительно 1896 году. So, then young But who will listen to the message of Chaitanya Mahaprabhu when India is not an independent country? There's no independence in India. Абхай Чаран, он задал вопрос, Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, но кто будет слушать послание, учение Чайтаньи Махапрабху, когда Индия не является независимой страной? Шрила Бхактисиддханта Такур said, the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu is so important, it cannot wait for a change in Indian politics. На что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур очень трезво и строго ответил, миссия Чайтаньи Махапрабху настолько важна, что она не будет ждать изменений в политической ситуации Индии. Это прямо как-то так сильно ударило по уму Шрилы Прабхупады. Because these sharp words of the sadhu make us wake up from illusion. Потому что саду иногда говорит очень грубые и резкие слова, но они пробуждают, они протрезвляют. This world will always be full of political problems everywhere. Он сказал, в этом мире всегда будут политические проблемы. To be involved in that is to be involved in Maya. Мы должны это понимать, и как только мы в это вовлекаемся, это равнозначно тому, что мы вовлекаемся в плески и волны океана Майи. Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur used to say, I don't accept that there's any famine, that there's any shortage in the world. There's only a shortage of Harikatha. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, я не верю, что есть какой-то голод в этом мире или какие-то засухи. Единственный голод, голодомор в этом мире, это то, что тут не хватает харикатхи. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur said, you are an educated boy,
Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал Шриле Прабхупаде. You should preach the message of Chaitanya Mahaprabhu in English language all over the world. Вы высокообразованный молодой человек. Вы должны проповедовать миссию Чайтанья Махапрабху на английском языке по всему миру. He told him, his guru gave him this instruction in the first meeting. Это наставление его будущий учитель дал ему прямо при этой первой встрече. And with such power, at once it went into the heart of Abhayacharan. And at once he accepted Srila Prabhupada as his eternal spiritual master, Sadhguru. Столько шакти было в этих словах, что тут же они попали глубоко, запали глубоко в сердце Шрилы Прабхупады, и в этом сердце он уже принял Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такура как своего вечного гуру. In his heart. В сердце. То есть вот это произошло в 1921 году. Но он не получал в это время самой инициации. Сейчас все торопятся. Удай мне инициацию прямо сейчас. Like fast food, like McDonald's. Как будто бы это очередь в Макдональдсе. И даже не внутри Макдональдса, а сидите в машине и дайте мне пакет с бургером своим прямо сейчас. Вот захотел я. Srila Prabhupada accepted him as guru, and then he received initiation. In 1932, 11 years later. I'm not saying you have to wait 11 years. Я не говорю, что вы должны ждать 11 лет. But there's not a big hurry. Но не надо вот так в спешке хватать, выпрашивать эти инициации. Initiation has already begun when you accept guru in your heart. Что такое истинная инициация? Вы должны принять гуру в сердце. Вот это уже процесс начинается инициации. Even if you are initiated, first initiation, second initiation, sannyas initiation, but you are not holding the lotus feet of Gurudev in your heart, then what is that initiation? Nothing. Что такое инициация? Если для вас проформа, вы нахватали инициации везде, да вплоть до саньяса хоть получите. Но если лотосные стопы гуру всегда не находятся в вашем сердце, это ничего не значит. So, there are things about the life of Srila Prabhupada. Есть факты в жизни Шрилы Прабхупады. That only my Gurudev has seen. Есть ситуации, которые, свидетелем которых был только мой Шрила Гурудев. И я слышал эти истории непосредственно из уст Шрилы Гурудева. When Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left this world, после того, как Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Такур, учитель Шрилы Прабхупады, ушел из этого мира, в движении, которое он ставил позади, началась неразбериха, просто хаос. And it broke into two groups, and then three, four, and many groups. Началось сектантство, все преданные стали делиться на разные группы, много расколов произошло. And then, in 1941, в 1941 году, reluctantly, колеблясь, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he established a march called Gaudiya Vedanta Samiti. Наш Парам Гурудев, Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, основал Гаудия Веданта Самхити. In Bosford Lane, Calcutta. В Калькутте. In 1941. В 1941. And the founders of this organization, Gaudiya Vedanta Samiti, were Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami. И основателями этой организации были Парам Гурудев. Abhay Charanavinda Das. И Абхай Чаранаравинда Дас. And some other god brothers. Прабхупада и другой брат Боги. So Srila Prabhupada, along with our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshavaj, established Gaudiya Vedanta Samiti in 1940. То есть в 1941 году вместе с нашим Парам Гурудевом Шрила Прабхупада основал стал основателем Gaudiya Vedanta Samhiti. So some people say that Srila Prabhupada said, oh, don't go to my god brothers. Некоторые люди пропагандируют такие идеи, что Шрила Прабхупада говорил, не ходите к моим братьям Боги, они нехорошие, или Gaudiya Math бесполезный. But the other part followed. В читании Чайтанья-чаритамриты Шрила Прабхупада пишет, что Gaudiya Math раскололся на две ветви, одна ветвь продолжала жить здоровой жизнью, а вторая ветвь стала иссыхать, ну, пошла не туда. And especially the matter of our Gurudev was established in legal documents on there with Srila Prabhupada's name. Ну, в частности, мат нашего Гурудева
вот документы основания этого матха подписаны самим Шрилой Прабхупадой. So don't think that ISKCON is different from our Gaudiya Vedanta Samhita. Поэтому не видите различий между ISKCON и Gaudiya Vedanta Samhita. Only ISKCON is a translation of that. ISKCON это просто перевод этого. It is the same wine, just in the Western label. То есть это просто старое вино с новой наклейкой. То есть поменяли бутылку, наклейку, а вино то же самое там. If the wine is the same, doesn't matter if the bottle is different. То есть если это вино то же самое качество, неважно как выглядит бутылка. So, Srila Prabhupada, when he was a grihastha, когда Шрила Прабхупада еще был семьянином, he used to go preaching. Он отправлялся проповедовать. So don't think that you cannot go preaching if you are grihastha. Поэтому не думайте, если вы не брахмачари, а грихастха, если у вас семья, вы не можете проповедовать. You have heard Himadri Prabhu speaking very nicely. Вы слышали, как красиво выступил Himadri Prabhu? I also sometimes speak some Harikatha. Я тоже иногда рассказываю Харикатху. And Lalita, even though Lalita is already in saffron. А Лалита уже в шафране вообще. But she is also a grihastha and very good preacher. Тоже одновременно и грихастха, и хорошая проповедница. So Srila Prabhupada, when he was a grihastha, he was in a team with Srila Bhakti Rakshak Shida Maharaj and Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Когда Шрила Прабхупада еще был грихастха, он работал в команде Шрила Бхакти Ракшак Шридара Махараджа, Бхакти Саранга Госвами Махараджа. They were collecting money for the construction of the Matsa Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur. Они собирали пожертвования для постройки храма своего Гурудева. So Srila Prabhupada, he was a businessman, so he had many contacts, business associates. А как Шрила Прабхупада был бизнесменом, у него было много контактов. So he was stage one. He used to introduce the devotees to the wealthy persons in the world of business. Step one. То есть он прорабатывал первый этап, он знакомил остальные двух членов команды с состоятельными бизнесменами, своими знакомыми. Then, step two. Второй этап. Srila Bhakti Rakshak Shridhara Maharaj, very great philosopher. Великий философ Srila Bhakti Rakshak Shridhara Maharaj. Гений. So they used to go to Bombay. Тогда уже была его очередь работать. То есть они отправлялись в Бомбей. Srila Prabhupada would make the introduction. Srila Prabhupada представлял своих друзей преданных. Srila Maharaj would give the katha. Srila Bhakti Rakshak Shridhara Maharaj давал катху. And then Srila Bhakti Saranga Goswami used to tell them, now you should give a donation. А затем к ним начинал подходить Srila Bhakti Saranga Maharaj и говорил, теперь вы должны дать пожертвование щедро. One, two, three. Раз, два, три. Все. And they collected so much money. Они таким образом собрали много пожертвований. That was used in the mission of Chaitanya Mahaprabhu and gave great fortune to all of those persons. То есть, и этим самым они облагодетельствовали этих самих же спонсоров, чьи деньги пошли на постройки храмов и развитие миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. At that time, Srila Bhakti Pradip Tirtha Maharaj had been preaching in Europe. В это время Шрила Бхакти Прадип Тиртха Махарадж проповедовал в Европе. So in the 1930s all the philosophers in Germany, like Martin Heidegger and others. В это время он проповедовал философам Германии, это были 1930-е годы. He came back. Heidegger. These philosophers are very difficult to deal with. И Тиртха Махарадж вернулся в Индию и описал ситуацию, сказал, мне трудно спорить с этими философами. So he was riding on a train from Mumbai coming back to Navadvip. И он ехал в поезде из Бомбея в Навадвипу. With Srila Prabhupada, he was grihastha, and with Srila Shridhara Maharaj. И в поезде тоже ехали Srila Prabhupada и Srila Bhakti Rakshak Shridhara Maharaj. And they were asking, how was it preaching in the West? Они, конечно, с любопытством расспрашивали его, поделились своим опытом. Oh, Prabhupada was not the first to go. На самом деле Шрила Прабхупада не был первым проповедником. Шрила Прабхупада, он до этого уже в 30-х годах прошлого века проповедники ездили в Европу. Шрила Прабхупаде было любопытно узнать, каков опыт. Он сильно был почему ему так было интересно? Потому что в первый день встречи со своим будущим учителем он получил наставление, ты должен проповедовать на Западе на английском. То есть он хотел узнать, как там на Западе? Well, then sannyasi would come back from the West, he says, they have such philosophy there. They ask questions
to which there are no answers. И Тирта Махарадж, который приехал из Европы, он сказал, у них настолько сложная философия, они задают такие вопросы, на которых невозможно найти ответ. Шрила Прабхупада сказал, дай не верю тебе. You ask the questions to Шрила Шридхар Махарадж. Вот спроси Шрила Шридхар Махарадж, он ответит тебе на любой вопрос. So then he was posing the questions. И тогда Тирта Махарадж стал задавать те вопросы, которые он слышал в Европе от философов. Шрила Махарадж, what's such a high level of Siddhanta and great philosopher? А Шрила Бхакти Ракша Шридхар Махарадж был знаток Сидданты, философии, он был просто гениален. And he answered all the questions and cut all the arguments. Тут же ответил на все эти вопросы и объяснил все, преподнес все таким образом, чтобы все стало понятным и ясным. Шрила Прабхупада also. Шрила Прабхупаде очень понравились эти. After hearing this conversation, he says, "Today, India has conquered Europe." Он сказал после этого разговора, после этого диалога, он сказал: "Сегодня Индия покорила Европу." Because at that time, you know, the British were ruling over India. Потому что в то время, конечно, было досадно, что Британия правила Индией в это время. Он сказал: "Вот сейчас Индия победила." So, when first Srila Prabhupada was managing a big chemical factory called Bengal Chemical. Сначала Шрила Прабхупада заведовал большим химическим комбинатом Бенгальской химической фабрикой. Со временем почему-то у него возникли проблемы с этой должностью. So he went to Prayag, which was known as Allahabad then. Дела не шли хорошо на этой фабрике, он переехал в Аллахабад. There is a place where Rupa Nuga Gaudiya Mart. Те из вас, кто были на Кумбамеле в Праяге, вы помните, в Аллахабаде есть Рупануга Гаудия Март. И как раз в этом храме он и получил дикшу в 1932 году у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. So when he was staying there, he was managing a big medical company. И в то время, живя в Аллахабаде, он заведовал медицинской компанией. So he had a large house with two stories. У него был большой двухэтажный дом. And Srila Prabhupada used to live on one story. Он сам жил на первом этаже. His guru had left this world. К тому времени его гуру уже ушел из этого мира. And Srila Sridhar Maharaj and a group of brahmacharis used to live on the other story, and that was their temple. Но на втором этаже. In his house. То есть в самом доме Шрилы Прабхупады, в котором он себе жил на первом, на втором он разместил Шрилу Бхакти Ракшак Шридхар Махараджа с командой брахмачари, и там у них был храм. This is Grihastha Ashram. Вот это настоящий Грихастха Ашрам. You have a house with me. This is my house. Вы думаете, о, у меня дом. Шрила Прабхупада was not like that. Шрила Прабхупада так не думал. He invited one sannyasi and 9 brahmacharis living in his house. Пригласил на постоянное место жительства одного сannyasi, 9 brahmacharis. It was a temple. Это был его дом, был храмом Кришны. Like my Indurani. Как моя Индурани. She never thought I want to have a house. Она никогда не хотела, чтобы у нее был дом. If you have a house on each floor, there are so many rooms. On the floor, each floor, there are so many rooms. Обычно в доме на каждом этаже много комнат. But Indurani, when the building was going on, she said, no rooms. Just one big space. Индурани сказала, я не хочу дом, поделенный на комнаты. Мне нужно огромное алтарное, чтобы было свободное пространство. Why? This will be a temple for all the devotees. Потому что она хотела, чтобы в доме был храм для всех преданных. So try to be like that. Постарайтесь мыслить таким образом в жизни. Be grihastha like Srila Prabhupada. Будьте достойным грихастхой, таким как Шрила Прабхупад. He was fully engaged in preaching. Он полностью посвятил свою жизнь проповеди. And also because Srila Sridhar Maharaj, he stayed there for about 7 years or more. Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж провел там около 7 лет. So after Srila Prabhupada's guru had left, then he was listening to Srila Bhakti Ракшак Шридхар Махарадж so much. Так как у Шрилы Прабхупады была возможность все эти годы слушать катху у Шрилы Бхакти Ракшак Шридхар Махараджа после ухода Бхактисиддханты Сарасвати Такура. And he said, oh, my Gurudev wanted that my god brother Srila Sridhar Maharaj would prepare me for the service that I would do in the future. Он позже сказал, что мой Гурудева так пожелал, чтобы Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж подготовил меня к моей будущей миссии, к тому служению, которое мне предстояло исполнить позже. Srila Prabhupada used to say that Srila Bhakti Ракшак Шридхар Махарадж is my Shiksha Guru. Он относился к своему гуру Бхаи, своему брату Боги, Шридхару Махараджу, как к своему гуру. So I cannot say what benefit you will get from hearing from him.
И он всем говорил, своим ученикам, я его почитаю как своего гуру, поэтому трудно предсказать, какое огромное благо вы все получите, слушая его. Srila Prabhupada said, if you listen to the realizations of Srila Shigamaj, you will faint. Srila Prabhupada говорил, если вы услышите реализации Бхактира Шакшидара Махараджа, вы просто в обморок упадете. So don't entertain any foolish fantasies about that Srila Prabhupada was against the Gaudiya. Поэтому никогда не подпускайте к своим ушам и сердцу вот эти глупые выдумки о том, что Шрила Прабхупада враждовал или долюбливал Гаудия Мат. It is not black and white. Тут в жизни нет ничего черного и белого. Some persons, they were, some of these god brothers, they showed some criticism towards some of the things that he did because they did not understand or recognize his position at the time. Жизнь очень сложная штука, поэтому некоторые братья боги действительно неодобрительно относились к миссии Шрилы Прабхупады, потому что им было непонятно его видение. But not all of them. Don't make everyone the same. Но не надо всех под одну гребенку загонять, потому что все разные, и настроения у всех совершенно разные, сердца разные. For those who were, had some criticism to say. Те, кто высказывали какие-то критические слова в адрес его, понятно почему. Если видишь, что кто-то плюет себе в ладони и размазывает тело, то ну как тут воздержаться от укора? For them, Srila Prabhupada used to say, oh, they are just bell ringers. И они, Шрила Прабхупада говорил, они просто звонари. They don't know how to preach, they're just staying in the mat, and when it's time for arti, they come and ding, ding, ding. Они не знают, что такое, и как трудная работа проповеди, они живут при матхе, там перед обедом звонят в колокольчик, там призывая всем, или в гонг бьют, и вот это им, это их юрисдикция. Hearing this, some devotees became upset and they rushed to Srila Prabhupada's god brother Srila Shidamaraj. Ну, конечно же, некоторые преданные, услышав эти слова, тут же побежали доложить Бхактира Шакшидару Махараджу. Swami Maharaj is saying that his god brothers, they're just bell ringers. И прибежали, говорят, с вами Прабхупад всем рассказывает, что его братья в боге просто звонари. And Srila Shidamaraj улыбнулся. It would be very fortunate for me to be a person ringing a bell in the great kirtan of Swami Maharaj. Oh, какая удачливая возможность! Я так бы хотел стать звонарем в киртане Свами Прабхупады. So much love. Сколько любви было между ними. And humility between them. И истинного смирения и понимания. So gradually, the medical company he was managing. In Allahabad also failed. Со временем и этот бизнес провалился, вот эта медицинская компания, которую он управлял в Аллахабаде. So he tried to preach in Jhansi. Он стал пытался проповедовать в Jhansi. So he had a friend who had a building, and he got a deity of beautiful deity of Chaitanya Mahaprabhu and established it there and began a preaching center in Jhansi. Jhansi у него был один знакомый, у которого было там большое здание, большой дом. Они приобрели очень красивую виграху божества Чайтанья Махапрабху, установили там, сделали храм. But then the wife of the wealthy person who owned that building. Но жена вот этого состоятельного дядечки, который владел зданием. Said, I want to make a bingo club for my lady friends. Она сказала, я хочу, чтобы у меня с подружками тут был клуб бинго. And she nagged her husband. И все время пилила мужа. And Srila Prabhupada got kicked out of. И он со временем изгнал Шрилу Прабхупаду, потому что жена требовала, что ему нужно. So now he had a big deity of Chaitanya Mahaprabhu and no temple. То есть он остался, Махапрабху остался без крова, у него было огромное божество и некуда его переместить. So where did he go? Куда он отправился? Кешивджи Гаудия Матх. Махапрабху нашел новый дом для себя в Кешивджи Гаудия Матх в Матхуре. My Парамгурудева's place. Храм, место моего Парамгурудева. So if you come on Брадхамандал Парикрама, you come there. Если on the first day of the Парикрама. Вы попадете на эту Брадхамандал Парикраму, вы посетите этот храм. Шрила Прабхупада's own deity of Шри Чайтанья Махапрабху has been there. For 60 years more. Гауранга Махапрабху – это божество из Джонси. Шрила Прабхупада по сей день живет в этом храме уже более 60 лет. So then, after some time, Srila Prabhupada, his everything failed, business failed. Со временем Шрила Прабхупада стал терять все время, все терять, то есть все стало рушиться, бизнес рушился. His wife was drinking tea. Жена пила чай постоянно. Srila Prabhupada said, you should choose tea or me. Он сказал, выбирай, чай или я. He said, I'll take the tea. Чай, конечно.
She was very antagonistic. Очень враждебно относилась к Бхакти. Actually, when Srila Prabhupada was a young man, когда Шрила Прабхупада был еще юным, his father told him, папа сказал, I am looking for a wife for you. Я начинаю подыскивать тебе невесту. And I have found two candidates. Я нашел двух. One is very beautiful. Одна очень красивая. And the other one not so beautiful. Одна, а другая не совсем. Oh. I'm thinking that if you marry the one which is not so beautiful, then when the time comes, it will be easier for you to take sannyas. И отец сказал, я считаю, мое личное мнение, что если ты женишься на той не очень красивой, тебе легче будет принять саньясу потом. So then when his wife, in order to buy tea, she sold his set of Srimad Bhagavatams. И когда ситуация дошла до того, для того, чтобы закупиться чаем, жена продала полный комплект Шримад Бхагаватам Шрилы Прабхупады. And that was the final straw. Ну все, это уже было последнее. We're hearing the glories of Srimad Bhagavatam. Мы слышали о Махатме Бхагаватам, Махатме, о славе Шримад Бхагаватам, тут Бхагаватам продают за чай. So that was the final straw, and Srila Prabhupada left him. Шрила Прабхупада ушел из дома. And alone he went to Mathura. И сам отправился в Матхуру. He had nothing, he was penniless. Уже у него был полностью нищим, ничего не было. He just had a chadar and a small suitcase. Маленький брифкейс, такой маленький сундучок был. And he was staying in a dharmashala on the bank of Jamuna by Bengali Ghat in Mathura. И он тогда поселился жить в общежитии в Дармашале рядом с Бенгали Гатом на берегу Ямуны в Матхуре. Even the demigods don't know who he is. Даже деваты не предполагали, кто этот человек. So no human being could understand. Если деваты не догадываются, что уже говорить о простых смертных. So my Gurudev, he was young, he was staying, he was in charge of Кешавджи Гаудия Матха. В то время мой Гурудев был еще очень юным, он заведовал Кешавджи Гаудия Матхом в Матхуре. Now he was already sannyasi. Сейчас к этому времени Гурудев уже был саньяси. Took sannyasi in 1954. В 1954 году Гурудева приняла обет монашества. But this was about 1959. So he was already sannyasi for 5 years. 59 год. And he used to go to, from Keshri Gaudiamath down and pray to the Jamuna Devi. At Bengali Ghat, that's the place where Chaitanya Mahaprabhu first took bath in Jamuna when he came to Braj. Bengali Ghat – это то место, в котором Кришна Чайтанья Махапрабху принял омовение, прибыв в Матуру. И Гурудева часто выходил к этому месту на берег Ямуны, чтобы молиться Ямуне Деви. And there he saw Abhayacharanabinda was. И однажды Гурудева, выйдя туда к Ямуне, узнал среди присутствующих там вайшнавов Абхайчаранарабинду. Praying to Jamuna Devi. Он тоже молился Ямуне Деви. My Gurudev recognized him. Мой Гурудев тут же узнал его. Oh, it's that very senior god brother of my Gurudev. И Гурудев обрадовался, он подумал, это тот дорогой, любимый, старший брат моего Гурудева. He knew Srila Prabhupada since 1946. Наш Гурудев знал Шрилу Прабхупаду с 46-го года. So he was already very close to Srila Prabhupada since the 13 years. То есть Гурудев уже близко был знаком со Шрилой Прабхупадой в течение 13 лет к моменту этой встречи на берегу Ямуны. He said, Abhay Prabhu. Он сказал, Абай Прабху. Where are you staying? А где вы остановились? So I'm staying in this dharmashala. Шрила Прабхупада сказал, я в этом общежитии живу. Said, why you staying there? Шрила Гурудев сказал, зачем жить в общежитии? Come and stay with us. Давайте переезжайте жить к нам. But my Gurudev has come, your god brother has come. Потому что ваш, here in Mathura. Мой Гурудев, ваш брат в Боге, он прибыл из Навадвипа, он сейчас тут в Матхуре, в храме. So then my Gurudev, he went to Srila Prabhupada's room. И мой Гурудев тогда сам зашел в комнату в общежитии Шрилы Прабхупады. And got his chadar and his things and stuffed them in the suitcase. Схватил этот саквояж, чадар, все, что там, несколько вещей, которые были у Шрилы Прабхупады, все положил в саквояж. And taking Prabhupada's suitcase in one hand, everything he had in the world, and Srila Prabhupada in the other hand. Одной рукой Гурудев нес этот чемодан со всей собственностью Шрилы Прабхупады, все, что там у него было. Другой рукой он держал за руку Шрилу Прабхупаду и весело повел его в Гаудиаматх. И там его приняли и разместили жить в Кешавджи Гаудиаматхе. Я тоже жил в этом же месте с 96-го года.
And I used to sometimes sleep on the floor where by the room where Srila Prabhupada stayed. Иногда я спал на полу рядом с комнатой, где прежде жил Шрила Прабхупада. And Srila Prabhupada's deity of Chaitanya Mahaprabhu is there. И там в храме до сих пор живет Гауранга Махапрабху, божество Шрила Прабхупады. So then my Gurudev said he saw how Abhay Charanaravinda, he was a very good preacher. И наш Гурудев позже рассказывал, что за это время он увидел, насколько хороший проповедник Шрила Прабхупада. He used to speak Bhagavad Gita so expertly. Шрила Прабхупада любил рассказывать Бхагавад-гиту. Not only that, but he always used to keep some chocolates in his pocket. Очень мастерски. И в кармане у Шрилы Прабхупады всегда были конфеты. So if any children came to the mat, he would call them and say, "Do you want chocolate?" И когда дети забегали с улицы в храм, он подзывал их к себе и говорил: "Хотите шоколадку?" And then after that, those children they would come every day. И дети начинали приходить каждый день после этого. So he was always expert how to relate to everyone. То есть он понимал людей, психологию, он знал, как общаться с людьми, как заинтересовать всех. So my Gurudev came to Srila Prabhupada and said, "Oh, Abhay Charanaravinda Prabhu, you are so qualified, you should take sannyas." Мой Гурудев подошел однажды к Шриле Прабхупаде и сказал: "О, Абхай Чарнаравинда, вы настолько достойный, возвышенный проповедник, вам нужно принять саньясу, я думаю." My Gurudev said, "I was senior to him in sannyas by 5 years." Потому что наш Гурудев по саньясе, он был старше Шриле Прабхупады на 5 лет. But he was senior to me in bhakti. Гурудев был, но Шрила Прабхупада превосходил меня в бхакти. And in diksha. И по дикше. And the Diksha Guru, you have great reverence for Diksha Guru. Diksha Guru is sitting up and the disciple is sitting down. Всегда существует этикет, порядок, этикет поведения с Диксха Гуру. Это очень серьезные, строгие отношения, благоговение, почтение. То есть если Диксха Гуру сидит, ученик на коленях внизу, всегда ниже сидит. But the Bhajan Shiksha Guru in Raghunuga Bhakti. Но в сфере Раганога Бхакти, Bhajana Shiksha Guru, he is very senior. But he relates to us like a friend. Он запредельно выше нас духовно, но относится очень интимно к нам, очень близко, как друг. So Abhay Charanaravinda always used to get his very dear friend, his Priya Bandhu, Srila Bhaktivedanta Narayana, and bring, "Oh, come and sit next to me." And sit together on the same seat. Srila Prabhupada всегда проявлял такую близкую любовь и заботу о нашем Гурудеве, всегда его усаживал рядом с собой на асану, или где-то они сидели, обнимал его. Gurudev used to say he was very jolly. И Гурудев говорил, он всегда был радостным, веселым. He was always laughing and in good humor. Всегда у него было прекрасное чувство юмора, он всегда шутил, веселил всех. So when Gurudev said, "You should take sannyas." И когда Гурудев сказал ему, я считаю, вам надо принять саньясу, обет монашества. I was always afraid that this day may come. Шрила Прабхупада сказал, я всю жизнь страшился этого дня. Krishna said, Кришна сам сказал. Ясья ахам ануграхами хари чайтанам шанай. When I want to give my mercy to someone, I take everything away and I make them into a penniless beggar. Кришна сказал, когда я хочу пролить во всей полноте свою милость, я отбираю у человека все и делаю их нищим. So it happened to me, I became like a penniless beggar, homeless. И Шрила Прабхупада сказал, это со мной и свершилось на самом деле, я остался без копейки. Радхарани said, "Ядану чаритали лакана пирасами трут, сакитару битута гонду дама места, сапати греб кутум бандин мусрича дина, бхаво я бхианга бикшича ям чаранти. If one drop of Haribata will go in your ears, then everything is finished." Радика предостерегла всех, она сказала, если хоть одна капля Харикатхи попадет в ваши уши, вашей материальной жизни конец. You'll become like a bird, staying in one tree and then another. Вы превратитесь в бездомную птичку, которая перемещается с ветки на ветку, с дерева на дерево. And living only by bhiksha. Будете кочевать и просто поддерживать существование, собирая подаяние. So, Srila Prabhupada, I was very afraid, but now it's happening. Шрила Прабхупада говорит, я с таким страхом ожидал этого дня, и наконец уже свершилось. Уже so then my Gurudev, he went to his Gurudev and said, "Oh, Gurudev, Abhay Charanaravinda is so qualified. He should take sannyas." То есть Гурудев наш поговорил сначала со Шрилой. Can you give him sannyas? Прабхупада, потом побежал к своему Гурудеву и сказал, "Гурудев, Шрила Прабхупада, Абхай Чаранаравинда настолько возвышенный, преданный, настолько квалифицированный, может вы дадите ему саньясу?" So one
Один из братьев Шрилы Прабхупады, которого звали Санатана Прабхупада, уже ему было где-то 99 к тому. Но по сей день он не принимал саньясу, просто жил как брахмачари. Шрила Прабхупада подумал хитро, если уже к 100 годам он не принял саньясу, он уже не будет ее принимать. Поэтому Шрила Прабхупада сказал: хорошо, я приму саньясу в тот же день, когда Сананан Прабху примет саньясу. Сананан said, I'm ready, I'll do it tomorrow. И неожиданно для всех Сананан Прабху сказал: а я готов хоть завтра. And now Шрила Прабхупада was in a trap. И Шрила Прабхупада понял, что дверь в ловушке захлопнулась. So Param Gurudev said, oh, now Vishwarupa Mahotsav is coming. И мой Гурудев наступает Вишварупа Махотсав. So I will give you саньяса on Вишварупа Махотсав. Гурудев сказал: вот скоро близится Вишварупа Махотсав, в этот день я дам тебе саньясу. He told my Gurudev arrange everything. И сказал, поручил моему Гурудеву подготовить все необходимое для церемонии. So you've seen Шрила Прабхупада with his данда. Вы видели фотографию Шрилы Прабхупады с его дандой? Who made that данда? Кто смастерил эту данду? My Gurudev went to the marketplace and bought the bamboo and cut it the length and bound it and everything with his own hands. Мой Гурудева своими руками смастерил данду, сходил на базар, приобрел бамбук, ткань, окрасил ткань, связал бамбук и смастерил эту данду. He took the cloth and dyed it and cut it into the покрасил, four parts, Dua, Kaupin, Uttari and Bahivas. Покрасил ткань в шафрановый цвет, разделил ее на Дор, Каупин, Уттарию, Бахирвас, все сделал составляющие одежды саньяси. My Gurudev even showed Srila Prabhupada how to put it on, he didn't know how to wear it. Сам Гурудева показал Шриле Прабхупаде, как все завязывать и одевать на тело. And my Gurudev, he did the fire sacrifice in the sannyasa. Мой Гурудев и провел ягью во время церемонии принятия саньясы. My Param Gurudev gave to Srila Prabhupada the Sanyas mantra, that is Gopi Bhav mantra. И мой Param Gurudev дал Sanyas mantra Srila Prabhupada, которая является Gopi Bhava mantra. So don't forget. Поэтому вы помните об этом. That Srila Prabhupada received Gopi Bhav from my Param Gurudev. Что Srila Prabhupada получил Gopi Bhava mantra от моего Param Gurudeva. Then he was staying in Keshav Jigori Math and he wrote his first book in English. And that was the first book that I ever read. И затем Шрила Прабхупада продолжал жить в Матуре в Кешавджи Гауди Матхе, написал свою первую книгу. Это как раз и была первая книга, которую прочел я. At that time, now 1959-1960, space race was going on between America and Russia. То есть до начала 60-х начались звездные войны между Россией и Америкой. Шрила Прабхупада was very intelligent. He wrote the book Easy Journey to Other Planets. Шрила Прабхупада, будучи всегда на чеку, because this is what everyone was thinking about. Он всегда был осведомлен о геополитических ситуациях в мире, настроении, то поэтому он написал легкое путешествие к другим планетам, потому что это была интересная тема для всех там современников. Then, now his name was Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Его же звали Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж. Our Param Gurudev gave him the name Swami. Swami is one of the 108 sannyasis. So he's Jugandhi Swami, Bhaktivedanta Swami, Swami. Swami is not a title. Swami is his name. То есть Swami — это приставка, титул, но в случае Шрилы Прабхупады это его имя. Он Swami, Swami, потому что это одно из 108 имен саньясы. Because Param Gurudev knew that he was Swami, that he could control the whole world. Потому что Param Gurudev уже предвидел, что Шрила Прабхупада истинный с вами, он может повелевать всем миром, контролировать весь мир. So from Keshav Jigori Math, Srila Prabhupada took two small rooms and he stayed to do bhajan in Radha Damodar temple. Why? Because he wanted to be close to the lotus feet. No one in the world was so close. He was staying the closest to the lotus feet of Rupa Goswami's Samadhi in Radha Damodar temple. Позже Шрила Прабхупада покинул Кешавджи Гауди Матхе, отправился жить во Вриндаван. Он арендовал две крошечные комнатулечки в комплексе Радха Дамодара храма, чтобы быть поближе к лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами. На самом деле невозможно было приблизиться ближе, потому что окна его комнатки выходили прямо на самадхи Рупы Госвами Пада. So there's one old sadhu, he lives just very close to Radha Damodara. Рядом, по соседству с Радха Дамодаром, живет один очень-очень
старенький садху. More than 100 years old. Ему где-то действительно больше 100 лет сейчас. He was there then. И он жил в то время там, когда Шрила Прабхупада жил в Радхадхаре. And he told me. Он рассказал мне этот садху. In the middle of the night he was chanting. Что однажды этот садху не спал ночью, он воспевал джапу. And he could hear someone crying. И он слышал, что кто-то плачет. And he wondered who is that. Он не понимал, откуда издается этот плач. And he came out and looked and saw that Srila Prabhupada was sweeping the samadhi of Rupa Goswami and weeping. И он вышел. Oh, Rupa Goswami, give me your mercy. И увидел, что это был Шрила Прабхупада с метелкой в руках. Он подметал у самадхи Рупа Госвами и молился ему о милости со слезами на глазах. Говорил: Шрила Рупа Госвами, дай мне свою милость, пожалуйста. So the glory of Srila Prabhupada, deep glory, is that he is a Rupa Noga. Internally, the eternal associate of Rupa Manjari. Истинное достижение, истинная слава Шрилы Прабхупады заключается в том, что он последователь Рупы Госвами Пада, последователь Рупы Манджари. In those days he was about 8 years staying in Radha-Damodara doing bhajan. Около 8 лет Шрила Прабхупада провел, совершая бхаджану в Радха-Дамодаре. That's why you see in ISKCON how they do the artists and the daily schedule. Actually follows does not is not the same as the Gaudiya Math. It's like around the Damodar temple, because Srila Prabhupada did not live very long in the Gaudiya Math, but for many years he was staying in Radha Damodar. И если вы заметите, так как Шрила Прабхупада провел короткое время в Гаудия Матхе, а почти 8 лет провел в Радха Дамодаре, то вся ритуалистика и расписание всех арати в Исконе полностью соответствует тому, как это делает Радха Дамодаре, потому что это, он провел эти годы в этом храме, и поэтому установил такой же порядок. So wherever did he serve follows Ashtakali Lila of Radha Damodara. А там, то есть они следуют Ashtakali Lila Radha Damodara. So when Srila Prabhupada was there, he was began writing Srimad Bhagavatam, translating and commenting. В те годы Шрила Прабхупада начал писать комментарии на Шримад Бхагаватам. He completed 3 volumes. 3 тома закончил. Mm-hmm. And he was writing Back to Godhead magazine. И также он издавал Обратно к Богу журнал. But this journal was only one piece of paper, folded in half, Back to Godhead, so it had 4 pages. Но этот журнал состоял лишь из одного листа бумаги, сложенного так в 2 раза, что получалось там на обеих сторонах там были четвертинки текста и вот это. So he was one person alone writing, printing, and also going out and distributing. То есть в одиночку он сам создавал, он сам писал статьи, печатал и сам ходил и распространял этот журнал. One day, in the very hot sun, he was distributing his magazine. Однажды он шел под палящими лучами солнца, пытаясь распространить этот журнал. And a bull with big horns came and attacked him and knocked him unconscious. И огромный бык, какой-то в бешеном состоянии, он ранил Шрилу Прабхупаду своими рогами, сбил его с ног, и Шрила Прабхупада упал без сознания на землю. So if you are there, what will you think? И если бы в этот момент оказались рядом, что бы вы о нем подумали? Here is this penniless old person. Что лежит перед вами старик. Lying unconscious in the street. Бедный, без сознания на земле. With some pieces of paper. И вокруг него валяется листок. Back to Godhead. Обратно к Богу. What will be the result of this? Nothing. Вы подумайте, какой толк в его деятельности? But his Gurudev had told him, preach in English. Но его Gurudev в 21 году сказал ему, ты должен проповедовать на английском языке. Поэтому это издание было написано на английском языке. He was just following his Gurudev. Все, что он делал, он исполнял волю своего гуру. You understand? Shruta Panta. Shruta Panta. The path of hearing. Что сказал Gurudev, он делает. What Gurudev is telling, follow this. То есть, что Gurudev говорит, то исполняем. Vyavasaya Mikabudhir Ekaha Guru Nandana. Srila Prabhupada said, when I read this verse, chapter 2, verse 41 of Bhagavad Gita. Srila Prabhupada said, когда я прочел вторую главу, 41 стих Бхагавад Гиты. Krishna said, those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. Krishna говорит, те, кто следует этим путем, они полностью сфокусированы на своей цели.
In the commentary, Srila Vishvacharya Thakur said, this means that the disciple takes the mission of his Guru Pada Padma as his life and soul, and he's one-pointed, determined in that seva. Целенаправленно движется человек. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в комментариях пишет, что ученик принимает миссию своего Гурудева как цель своей жизни и не отходит ни на шаг от траектории исполнения этой миссии. I am blind. I don't know what is good or bad, but what Gurudev has told, I am doing this. Неважно, какие у нас квалификации есть или какие отсутствуют. Мы слепые, глухие. Хромые, но Гурудева повелел это делать, и я буду делать то, что он сказал. So he was preaching, but he did, could not make one disciple even. Шрила Прабхупада в таком настроении исполнял миссию своего Гурудева. Он проповедовал активно, но у него не было, не повстречался ему ни один ученик. At that time my Gurudev used to regularly visit him. В эти годы мой Гурудева регулярно навещал своего друга Шрилу Прабхупаду. And they used to have Харикатха together. Они обсуждали катху о Кришне. Who was there? Кто был в этом? No one. Никого там не было. Only Шрила Прабхупада and my Gurudev. Никого, кроме их двоих, там не было. Шрила Прабхупада и мой Гурудев. So if you have not heard from him, then you don't know. Поэтому если вы не слышали от него, то вы ничего не знаете о том, что происходило. My Gurudev said. Мой Гурудева рассказывал. Прабхупада said. I am going to go to the west. Мой Гурудев рассказывал, как однажды Шрила Прабхупада сказал, я готовлюсь отправиться на запад. So Gurudev was in the west, everyone eats only meat. И Гурудева представлял себе запад как дикое место, где все питаются только мясом. But what will you eat there? Гурудева спросила, что ты там кушать будешь? Шрила Прабхупада said, I am going to make a hostel. Шрила Прабхупада сказал, я, наверное, создам там отель. For young people. Общежитие для студентов. And I invite them to stay there. И я приглашу их жить в этом общежитии. And if necessary, I will cook meat for them. Если придется, я буду готовить мясо для них. If they promise to chant. Если в обмен на это они пообещают повторять Махамантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare. Because I know that by the power of the holy name, very soon they will leave all their bad habits. Потому что я верю в силу святого имени. Я знаю, что любые дурные привычки они преодолеют благодаря воспеванию Махамантры. My Gurudev said, he said, I was shocked seeing his determination, what he is ready to sacrifice for the mission of his guru and to help others. Мой Гурудева позже рассказывал, что по-честному он был шокирован вот этим настроением Шрилы Прабхупады, его решимостью, насколько он был готов пойти на все. Даже то, что трудно себе представить ради того, чтобы как-то распространить, внедрить миссию читания Махапрабху в западных странах. So Srila Prabhupada used to take the dough and he would roll chapatis. Когда они проводили время вместе, Шрила Прабхупада делал тесто для чапати и would, раскатывал кружки. He would pass them to my Gurudev and my Gurudev would put them on the fire. They would become paka. То есть он раскатывал круги для чапати, передавал Гурудеве уже тесто, а Гурудева их жарил. Пока не были совершенны. So there, just there at the samadhi of Rupa Goswami, two of them working together like a team, Srila Prabhupada was rolling and my Gurudev was cooking. То есть рядом с самадхи Рупа Госвами Пада, как одна команда, Шрила Прабхупада, он катал тесто, а Гурудева, он пёк эти чапати. Many years later, we were in Varsana on Srila Prabhupada's disappearance day. Много лет спустя после этого мы праздновали день ухода Шрилы Прабхупады на Варшане. And one very dear disciple of Srila Prabhupada. И один дорогой ученик Шрилы Прабхупады. Perhaps you know him. Вы, наверное, знаете. In those days, his name was Gyanadas. В то время его звали Гьянадас. He was a scientist from Oxford University. Он был ученым из Оксфордского университета. And Srila Prabhupada's disciple. И ученик Шрилы Прабхупады. Now his name is Shripad Bhaktivedanta Nemi Maharaj. Сейчас он известен как Шрипад Бхактивиданта Нейми Махарадж. So he said, this pastime of Srila Prabhupada rolling the chapatis and then Gurudev putting them on the fire, this is eternal pastime. И когда он выступал с Шрада Пушпанджали, он сказал, вот это лила, что Шрила Прабхупада раскатывает тесто для чапати, а Гурудева, он печет эти чапати, это вечная лила их. He said, I am one of those chapatis. И он сказал, я один из этих чапати.
Прабхупаде. Шрила Прабхупада, I was completely warm. Я был полностью сырым тестом, когда Шрила Прабхупада нашел, взял меня. And he made me the right shape. И Шрила Прабхупада придал мне правильные очертания, раскатал меня. And then after that, he passed me to Шрила Нараяна Махараджа. И передал меня дальше Шриле Нараяне Махараджа. And now Шрила Махараджа is cooking me that I become Пакка Вайшнава. Теперь Шрила Нараяна Махараджа готовит меня, чтобы я стал Пакка Вайшнава, настоящим Вайшнава. So after some time, Srila Prabhupada went by a Sindhya Navigation Company on the ship the Jaladuta from Calcutta and arrived in the harbor at Boston. Srila Prabhupada отправился на Jaladuta и пересек океан и прибыл в Бостон. So we heard from Himadri Prabhu how on the way he had two heart attacks. Мы слышали от Himadri Prabhu о том, как Srila Prabhupada перенес два инфаркта. So it looked like he was finished before he even started. И казалось, что его миссия обречена на полный провал, еще даже не начавшись. I cannot preach, my health is not so good. Сколько раз вы говорите, у меня слабое здоровье. How many heart attacks did you have? У меня слабое здоровье, мне трудно проповедовать. Before you start making excuses. Сколько инсультов или инфарктов вы уже перенесли, чтобы так оправдываться, что вы не можете проповедовать? From then he came to New York. Оттуда он прибыл в Нью-Йорк из Бостона. И там он жил в Бауэри. Where all the lowest persons were. Где жил всякий биомусор. This is astonishing. Это потрясающе. When the disciples of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur first went preaching in the West in the 1920s and 30s. Когда первые ученики Бхактисиддханты Сарасвати Такура отправились проповедовать на Запад в 30-х, 40-х годах прошлого века, они пытались достучаться до аристократов, до представителей высшего сословия, к царским семьям обращались. Организовывали программы с королевской семьей в Англии. Представителями Третьего Райха в Германии. Гиммлер, Геббельс приходили на Вьясапуджу, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, это есть фотографии этого. And there was some result, but то есть там были какие-то маленькие плоды этой проповеди, ему удалось там познакомиться с какими-то. But Srila Prabhupada went to the lowest place. Шрила Прабхупада отправился в самое худшее место. Where the homeless people, the hippies and the drug addicts were staying. То есть где наркоманы жили, хиппи всякие и непонятно кто. He typed out over 1,000 pages Bhagavad Gita as it is by hand. То есть на самом дне он избрал жить. Он там приобрел печатную машинку и печатал очень много. And one of the drug addicts broke in and stole his manuscript. Однажды один из наркоманов прокрался в комнату Шрилы Прабхупады и украл уже отпечатанный текст. He had to do it all again. Ему пришлось снова перепечатать все заново. Again a drug addict broke in, stole his typewriter as well. Потом наркоман украл еще и печатную машинку. My Gurudev was in India and he was going to the storehouse in Delhi and he was packing and sending books to Srila Prabhupada for Prabhupada's distribution in New York. В это время мой Гурудев, находясь в Индии, он постоянно ходил на почту и отправлял книги Шриле Прабхупаде, которые он мог бы распространять. And Srila Prabhupada loved him so much he was writing him letters all the time. Шрила Прабхупада так сильно любил моего Гурудева, он постоянно вел с ним активную переписку, слал ему письма. More than 300 letters. Больше 300 писем он ему написал. So Srila Prabhupada would go out in the cold in New York, very cold in the winter. В Нью-Йорке очень холодно, это как Москва зимой. Он выходил в лютую зиму. Wearing his plastic shoes from Louis Bazaar. В пластмассовых шлепках с Louis Bazaar. And trying to sell his books. И пытался распространять эти книги. You can see he wrote a diary. Он вел дневник. Today и сохранился. I have 100 grams of dal left. Сегодня у меня осталось 200 грамм гороха. And I did not sell any books. Удалось продать книги совершенно. Today my dal is finished. Дал подходит к концу. And also I did not sell any books today. I'm fasting. Снова ничего сегодня не продал. Я буду поститься. Srila Prabhupada was starving. Srila Prabhupada буквально голодал. Today I sold a book. I can buy some dal. Он пишет, сегодня удалось продать книгу, я куплю себе Богу. Like this he was struggling. Вот так он жил. For one year. В течение целого года. He prayed to Krishna, why did you bring me here? Он
спрашивал Кришну, зачем ты призвал меня сюда? If something does not happen soon, я не понимаю, зачем мне тут находиться, если что-то произойдет. Если что-то значительное не произойдет, мне придется вернуться в Индию. In the morning time, Srila Prabhupada used to walk on the bank of the ocean in New York. По утрам Шрила Прабхупада выходил на утренние прогулки, прогуливался вдоль океана. And he would sit down on a bench. Садился на одной скамеечке, повторял джапу. So every morning there was one old Jewish person who used to sit on the same bench. Один пожилой еврей тоже каждое утро сидел на этой скамейке. And he met Srila Prabhupada and had very fond memories of him. Да, это однажды они разговорились, он познакомился со Шрилой Прабхупадой, и позже с радостью вспоминал его. Шрила Прабхупада said to him, Шрила Прабхупада спросил его, how old are you? Сколько тебе лет? He said, whatever, 77. Тот ответил, 77. Или там что-то в этом роде. Прабхупада, do you still have your teeth? Прабхупада сказал, у тебя еще свои зубы? He said, no. Тот сказал, нет. Прабхупада said, I still have my look. Прабхупада сказал, у меня все свои, посмотри. The old man said, what do you do? Тот старичок спросил Шрилу Прабхупаду, чем вы занимаетесь? He said, oh, I am the founder of a worldwide spiritual movement with temples all over the world. Шрила Прабхупада ответил, я основатель международного духовного движения, у нас храмы по всему миру. Really? Он старик спросил, действительно. Потому что совсем не похоже, как на бомжа был похож от бедности Шрила Прабхупада. Ну, вы серьезно? No. Прабхупада сказал, нет пока. But only time is separating. Просто время отделяет меня от этого. So in his heart he knew. То есть сердце Шрилы Прабхупады уже знал. That the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda must come. Что милость Нитянанды Прабху и Шачинанда Гора Хари, что она обязательно проявится. He had very strong faith in this. У него была глубочайшая вера в это. So one day he went to a place called Tompkins Square Park. Однажды он отправился в Tompkins Square Park. I went there with my Guru. Я тоже посетил этот парк вместе со своим Шрилой Гурудевом. Gurudev said, I want to have darshan of the tree under which Swami Maharaj was sitting when he began to do kirtan and attracted all the living. Во время визита своего визита в Нью-Йорк Гурудев настойчиво попросил, чтобы преданные отвезли его в этот парк. Он сказал, я хочу посмотреть на это дерево, под которым Шрила Прабхупада пел святые имена и привлек молодежь Нью-Йорка. I want to worship that holy place. Гурудев сказал, я хочу посетить это святое место. So with my Gurudev and two, three devotees. И несколько преданных мы сопровождали Шрилу Гурудева. In the early morning we went to that park. Рано-рано утром мы поехали в этот парк. It was the same. Парк выглядел так же. Trash here and there. Мусор повсюду. The dogs are left there. Собачьи подарки там всякие оставлены. And some homeless drug addicts are lying on the floor. Ну и бомжи пьяные там обнаркоманенные валялись. But in that place, my Gurudev came to that tree where Srila Prabhupada did kirtan, and lying on the ground, he gave dandavat pranam to that tree. Но Гурудев, ничуть не смущаясь вот этой грязной обстановкой в этом парке, он подошел к этому дереву, которое мы показали, и совершил полный дандават пранам на земле. Do kirtan. И попросил нас, пойте киртан. And we had loud kirtan doing parikrama of that tree. Очень громко мы запели киртан из парикрамы и обходили вокруг этого дерева. I have never seen such love for Srila Prabhupada as I have seen in my Gurudev. Я никогда не видел такого сильного проявления любви к Шриле Прабхупаде, которое я наблюдал, созерцал в своем Гурудеве. I went with my Gurudev in England to the house of George Harrison of the Beatles. Я был в Англии в доме Джорджа Харрисона в Лондоне с Гурудевом. And there's a room where Srila Prabhupada used to write his books. И там комнатка, в которой Шрила Прабхупада писал книги. And Srila Prabhupada's book is there writing. И там есть Виграхамурти Шрилы Прабхупады, который сидит и пишет книгу. So with a few devotees I came in there with Srila Gurudev. С маленькой группой, несколько преданных, мы зашли вслед за Шрилой Гурудевом туда, в эту комнату. And Srila Gurudev wanted to speak some words. Шрила Гурудева хотел прославить Шрилу Прабхупаду. So he began to pray. Стал молиться. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimati Bhakti Vidhat. And then he could not speak.
Он не мог договорить даже всю мантру, потому что у него задрожал голос. His very close and dear friend, he could not even say the name Bhaktivedanta Swami. His voice was choked and tears flowing from his eyes. Он не мог проговорить Бхактивиданта Свами. Он думал с любовью о своем близком друге, и слезы застилали его взор ручьями. 24 times I traveled all over the world with my Guru Dev. 24 раза я объездил вокруг земного шара вместе со своим Guru Dev. He used to say, I am only going to touch those places where Srila Prabhupada, Swami Maharaj, has kept his lotus feet. I want to touch that dust only. My Guru Dev называл Srila Prabhupada Swami Maharaj. Он говорил, я путешествую по этим местам только чтобы коснуться пыли этих святых мест, где ступала нога Srila Prabhupada. So, Srila Prabhupada, he sat underneath the tree in Tompkins Square Park. И когда в Tompkins Square Park Srila Prabhupada сел под деревом, and he began to chant, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasaji that persons who are drinking alcohol and taking drugs, they put down their beer and their drugs and they came to him and they began to chant. Совершилось величайшее чудо в этот момент. Все эти личности, которые развлекались в этом парке, отложили эти бутылки пива, отложили всякие свои наркотики, сигареты и стали приближаться к Шриле Прабхупаде. When this happened, afterwards Srila Prabhupada wrote a letter to Srila Trivikrama Maharaj. My Gurudev senior god brother at Tevananda Gaudiamath. Позже Шрила Прабхупада описал эту ситуацию, это событие в письме, адресованное Тривикрама Махараджу, старшему брату Боги моего Гурудева. This is the stories that people don't know. Это истории, которые неизвестны многим. If Srila Prabhupada was against Gaudiamath, why is he writing hundreds of letters? Если Шрила Прабхупада недолюбливал Гаудиамат, зачем ему тратить время слать письма из Америки, сотни писем своим братьям Боги, моему Гурудеву, Тривикраме Махараджу? So when that letter arrived in Devananda Gaudiamath, когда это письмо прибыло в Девананда Гаудиамат, they opened it. Преданные распечатали конверт. Oh, it's from our Swami Maharaj. И сказали, это от нашего Свами Махараджа. He's founder of our Gaudiya-Vedanta Samiti. Основатель, потому что они все знали, он основатель Gaudiya-Vedanta Samiti. Who took sannyas from our Gurudev, Srila Bhakti Prajnana. И принял сannyas. They have mamata for him. То есть они его любили. He's ours. У них была мамата. Мамата — это когда чувствует, это мое, это мой Свами Махарадж. То есть он принял саньясу от их учителя, он основал их мат, и все его любили. А Свами Махарадж is writing. Они прочли письмо. That he is doing kirtan and hundreds of people are coming and becoming devotees. Он описывает в письме, что он просто поет киртан, а сотни людей подходят к нему и становятся преданными. So the devotees were so amazed. Это настолько удивило их, пора. And they were so overjoyed.
Просто по Украине. Just like we have a table and we put Tulsi in the middle of the temple and do program. They took Srila Prabhupada's letter, put it on a table in the middle of the kirtan hall in Devananda Gaudiya Math, and all the devotees did sankirtan around his letter. Эти новости настолько порадовали всех вайшнавов, что у них начался праздник. Подобно тому, как мы ставим Тулоси на столик, обходим с арой, поем с киртаном. Они положили это письмо Шрилы Прабхупады в центре алтарна и с киртаном весело танцевали вокруг него. Don't want to hear any foolishness. That Gaudiya Math don't respect Srila Prabhupada. Я наотрез отказываюсь слушать такие дерзкие вымыслы о том, что Гаудия Матх не уважал Шрилу Прабхупаду. How many times Srila Prabhupada wrote letter to you and you did kirtan around his letter? Сколько писем вам Шрила Прабхупада прислал? И как вы танцевали ли вокруг этих писем? Поэтому задумайтесь, где истинное уважение, где истинная любовь. Shortly afterwards, Srila Prabhupada came from America back to India for the first time. И чуть позже, после этого события, Шрила Прабхупада впервые вернулся обратно в Индию. On his way there, he was penniless. He went on a cargo ship. Not even a passenger ship. It was a cargo ship. It was for moving boxes, not human beings. В Америку Шрила Прабхупада, так как он был абсолютно нищим к тому времени, в Америку он уезжал на грузовом судне вместе с этим багажом. But now he's pretty more successful. He flew back on the airplane. А обратно он уже прилетел на самолете, потому что его миссия уже развивалась очень успешно. When he arrived in Calcutta airport, only one person was there to meet him. И когда он прибыл в Калькутту, лишь один человек, лишь один встречающий ждал его там. Who was that? Кто это был? My Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana. Мой Гурудев Шрила Бхактивиданта Нараяна, кто с вами был? And he brought Srila Prabhupada from there to Devananda Gaudiya Math. И оттуда он привез Шрилу Прабхупаду в Девананда Гаудия Мат. And there were thousands of people there. И сотни вайшнавов ожидали там Шрилу Прабхупаду. If you have been to Devananda Gaudiya Math, you know what it is. Вы знаете, и кто, те из вас, кто были в Девананда Гаудия Мате, вы знаете, что это большой мат. And the devotees asked Srila Prabhupada to sit on the stage and speak. Его попросили сесть на сцену и на асану и выступить перед теми собравшимися. Srila Prabhupada described. In New York, in Tompkins Square Park, I took cartels and I closed my eyes and began to sing. И Шрила Прабхупада пересказывал то, что случилось с ним в Нью-Йорке. Он сказал, я сел под деревом в Tompkins Square Park, взял в руки караталы, закрыл глаза и запел. And when I opened my eyes, а когда я открыл глаза, I saw a miracle that happened. Я увидел, что происходит чудо перед моим взором. These are Srila Prabhupada's own words. Это слова самого. He said, if there's a drain, он говорит, если sewage, full of stool, в канализационной канаве, наполненной испражнениями, живут черви всякие, опарыши там в этих испражнениях, в канализации, их оттуда заманить невозможно. То есть даже их выбирая оттуда, они все равно заползут обратно. Он сказал, ну по милости Нитянанды Прабху. У меня на глазах произошло чудо. Черви добровольно выползали из испражнений. First one, один, then eight, then ten, 8, 10, then 100, then 200. 200. All the worms were crawling out from the stools. Все вот эти черви поползли от этих испражнений. And then they put on tilak. А потом они нанесли тилак. And they were all chanting the holy name. И стали воспевать святые имена. And when they, you can't imagine. Historically speaking, в контексте истории это невозможно себе представить. Baba Bhu had said, my only name will be chanted all over, but it hadn't happened. Потому что прошло уже 500 лет с момента того, как Махапрабху предрек, что мои имена будут воспевать во всех городах и деревнях, но этого не происходило. More than 400 years had gone by. 400 лет прошло. Nothing. И это только было известно как слова Махапрабху. And now Srila Prabhupada was telling this. А теперь Шрила Прабхупада рассказывает. And all the devotees in the Devananda Gaudiya Math, everyone was crying. И, конечно же, все присутствующие рыдали, слыша о том, что это предсказание уже началось сбываться. Out of all the devotees for hundreds of years, our Swami Maharaj has done it. Они подумали, и это совершил он, наш Свами Махарадж, из всех преданных, всех поколений этих 400 лет. Это удалось только ему. Mamata, possessiveness, is the foundation of love. Without possessiveness, there's no love. Чувство обладания, мама, это вот это мой, мое, это основа любви, потому что не может быть любви, когда у нас нет вот такого мое. So, don't think Srila Prabhupada is someone with only a picture in a book. Поэтому относитесь к Шриле Прабхупаде не просто как к кому-то там
представителю прошлого, изображенного на фотографии внутри песни. У вас должна быть мама этот немой. Our family. Наш член семьи, наш с вами Прабхупад. With so many relationships with my Gurudev and Param Gurudev. Помнить, что у него связывает отношения любви с нашим Гурудевом, с нашим Парам Гурудевом, с Тривикрам Махараджем. So when Srila Prabhupada was preaching all over the world, then he was writing to my Gurudev, and my Gurudev was sending his books and also sending cartels, deities, mridangas. И когда Шрила Прабхупада вернулся потом в Америку и проповедовал по всему миру, то кто ему поставлял все мриданги? Шрила Прабхупада is in America, but where all the cartels and mridangas coming from? Откуда вы думали, у всех преданных в Америке появлялись карталы, мриданги, божества в храмах? Кто это посылал? Это все посылал наш Гурудев из Индии. Шрила Прабхупада's books were in a storage in Delhi. My Gurudev had to go there and it was very dusty. He got some lung infection by packaging all of these books and sending them to Srila Prabhupada. Однажды Гурудев даже сильно заболел, у него началась инфекция легких из-за того, что все книги Шрилы Прабхупады хранились в очень пыльном хранилище, и когда Гурудев пошел оттуда их доставать, эта пыль попала ему в легкие. Very soon Srila Prabhupada's preaching everywhere, spread throughout the world. Миссия Шрилы Прабхупады стала разрастаться просто по всему миру. Шри Валабхачарья said, Рао Чайтанья Махапрабху. Валабхачарья сказал Чайтанья Махапрабху. Кали кали радама Кришна нама санкиртан Кришна шакти бина найита праватам. In this age of Kali, the Dharma is Харинам санкиртан. Он сказал, в этот темный век Кали предписание этого века это Харинама санкиртана, воспевание святых имен. And unless one is empowered by Krishna, he cannot spread the holy name. Но если кто-то не уполномочен Кришной, он не сможет распространить эту миссию воспевания святых имен. You see, go out preaching. Идите вот, сходите, выйдите в Астрахань, попробуйте попроповедовать. You see how easy it is. И увидите на своем опыте, как это легко, типа, распространить святые имена везде. Not so easy. Это не так only просто. Only those who have Shakti, power, they can do it, it's a miracle. Для этого нужна духовная сила, Шакти, и вот это тогда происходит чудо, что можно повлиять на обусловленную силу. Someone came to Srila Prabhupada and said, oh, you are a Siddha Yogi, show us some miracles. Кто-то однажды подошел к Шриле Прабхупаде и сказал, вы великий ситха-йог, явите свои какие-то чудеса, покажите нам. Шрила Прабхупада показал на своих учеников, сказал, вон сидят мои чудеса. To do tapasya and get some mystic power to walk on water or manifest some ash. Что там какое-то яйцо выплюнуть из себя там изо рта или какой-то там пылью посыпать или там по воде ходить благодаря накоплению мистических сил. Это не чудо. Make people give up all their sinful habits and become Vaishnavas. Очистить. Only by mystic power, by mercy. Очистить грешника, освободить его от влияния всех греховных реакций, возвысить его и вдохновить его воспевать святые имена, вот это настоящее чудо. Даже с одной дживой это чудо. Шрила Прабхупада was very, very powerful. Шрила Прабхупада был очень мощным. Once in the England, he was picked up in, from the airport and driving in a Rolls-Royce. Однажды в Англии его встретили в Rolls-Royce и повезли в храм. Someone said, oh, you are a sadhu, you are a sannyasi, you are a holy person. Why are you driving in this expensive car, Rolls-Royce? Конечно, кто-то тут же не преминул возмутиться по этому поводу, сказать, ну что это такое, вы святой человек, садху, вот разъезжаете в Rolls-Royce. Шрила Прабхупада said, Rolls-Royce is not good enough. Шрила Прабхупада сказал, Rolls-Royce, до этого мало вообще. It should be gold-plated Rolls-Royce. Это должен быть золотой Rolls-Royce. And even that is nothing. И даже золотой Rolls-Royce мало. Because Guru is representative of God. Он сказал, вы поймите, гуру это представитель Господа. And God owns everything. А все принадлежит Господу. So his representative should be provided with all facilities. That respect is respect to God. То есть почтение и уважение и забота о представителе Бога это тоже аналогично заботе, уважению, почтению в адрес Господа. So Srila Prabhupada did not show fake humility. Поэтому он не показывал такого внешнего притворства. Он не выражал притворного такого смирения, что я такой отреченный буду. He used to say a famous saying in India. Он говорил известное индийское выражение. That is, when a girl
has to do a dance, Bharatanatyam performance. She should not cover her head with a veil. Во время выступления, танцевального выступления Bharatanatyam, девушкам не надо скрывать свое лицо за вуалью. When you go on the stage, don't cover your face. Вы уже вышли на сцену, не надо уже прятать лицо. So a chaste woman should wear a veil and be humble. Благочестивой женщине положено скрывать лицо от всех, от взора. But if she goes on the stage, then she should dance. Но если она уже на сцене, она будет выступать, то она должна достойно выступать. So in the same way, Sri Krishna said, Acharyam mam vijaniyam navamanyeta kahichit. You should know that the Acharya is my very self. Поэтому сам Кришна провозгласил, что знаете, что Ачарья это сам я. So Srila Prabhupada, he did not do any fake humility. Поэтому Шрила Прабхупада не притворялся, не напускал чего-то такого отречения притворного. He has accepted the position of Acharya, so now he's Acharya. Он серьезно относился к своему положению новому, что теперь он Ачарья, он должен должным образом соответствовать положению Ачарьи, как этого и хочет Кришна. So he did not care. Rolex watch, gold-plated Rolls-Royce. Да, носил Rolex'ы, да, ездил в Rolls-Royce. It is not for him. Он же не относился к этому, что это для его удовольствия. Но он понимал, что это возвышает статус Кришны в глазах других, в глазах обывателей, в глазах непонимающих, что это должное, почтительное отношение к Господу. Sometimes he preached. Иногда Шрила Прабхупада проповедовал. But only a few people came. И приходили всего лишь единицы. The devotees, oh, Shrila Prabhupada, not many people came. Преданные расстраивались очень. Говорят, мы так рекламировали программу, но пришло всего лишь несколько человек Шрила Прабхупада. Shrila Prabhupada, what are you saying? Шрила Прабхупада говорит, да о чем вы говорите? Did you see Narada Muni was here? Вы что, не видели Нараду Муни? Because we heard, when the Bhagavatam is spoken, then Krishna has given the benediction to Narada that all his associates will come. So Srila Prabhupada was seeing all the associates. Вы же слышали благословение Нарады Муни, Кришна пообещал, что где бы ни повествовался Шримад Бхагаватам, он со своими спутниками будет являться. Шрила Прабхупада видел Нараду Муни среди слушающих. He was so hardworking. И он очень был дисциплинированным. Preach all day, and at 1 o'clock in the morning, he would wake up and write his books. То есть очень дисциплинирован был и тяжко трудился. Он весь день напролет проповедовал, встал в час ночи, начинал писать комментарии. In a short time, he published many books. За очень короткий срок было издано очень много книг. And he said, "My devotional ecstasies are here." И он говорил, мои экстатичные настроения преданности присутствуют в этих книгах. Once a reporter asked him, однажды журналист спросил его, how do you write your books? Where does all this knowledge come from? Откуда вы берете вот эти познания, которые вот, на основе чего вы пишете все эти книги? Srila Prabhupada said, oh, Krishna tells me what to write. Кришна сказал, Прабхупада сказал, Кришна диктует мне, что написать. Then the reporter was shocked. Журналист в недоумении так посмотрел на Шрилу Прабхупаду. So one of Srila Prabhupada's disciples began to explain. Один из учеников Шрилы Прабхупады начал объяснять журналисту. He said, he means, он хочет сказать, that Sarvashantahamridisanivisto, God is in the heart of everyone and he is inspiring. Что Господь находится в сердце каждого. Мой учитель вам пытается донести, что так как Господь в сердце каждого, то он наставляет его и подсказывает ему, что писать, вдохновляет через сердце. Шрила Прабхупада говорит, no. Шрила Прабхупада перебил ученика. Кришна comes and says, don't write this. Нет, я сказал, Кришна приходит мне и говорит, что писать. What is the level of Шрила Прабхупада? То есть какой уровень Шрилы Прабхупады? He used to say that all the ladies in the movement, they should all be married. Он говорил, что все женщины в нашем движении должны быть замужем. And all the men should be brahmachari. А все мужчины должны быть брахмачари. So this is transcendental mathematics. Это трансцендентная арифметика, советы. Посмотритесь, как это осуществить. In this way, Srila Prabhupada boldly preached everywhere. Очень рьяно, так смело Шрила Прабхупада храбро проповедовал повсюду. He could cut the arguments of all the scientists and atheists. Обрубал аргументы всех ученых, всех атеистов. And the fake religionists. И притворных духовников. Also. And then, when the year came 1977. Когда наступил 1977 год. He came back to Vrindavan. Он вернулся во Вриндаван. And he was in his last days.
И уже он являл лилой преддверие своего ухода из этого мира. He became very lean and thin. Он истощал, он очень сильно похудел. He was lying on the bed. Лежал на кровати. And he could not even move. И он уже даже не мог двигаться. But he was still dictating his translations. Он продолжал even in that диктовать свои книги. Once Srila Prabhupada asked his disciples, why am I waking up at 1 in the morning and writing these books? Однажды Шрила Прабхупада обратился к своим ученикам с вопросом, говорит, ради чего я встаю в час ночи и пишу эти книги? One devotee said, because Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Krishna is the supreme personality, Godhead, and you are his servant. Один преданный, один ученик ответил, потому что Кришна это верховная личность Господа, а вы его слуга. Another devotee gave an answer. Srila Prabhupada said. Другой преданный вызвался со своим ответом. No one could give the answer. Но Шрила Прабхупада не был удовлетворен ни одним ответом. Then Srila Prabhupada gave the answer. Затем он сам ответил на свой вопрос. He said, because I cannot live without it. Он сказал, я встаю в час ночи, пишу свои книги, потому что без этого я не могу жить. This is seva. Это дух служения. When you are so deeply attached to the service of Guru and Gauranga that you'll die if you cannot serve. Когда желание служить становится настолько настоящим для вас, искренним, что вы не можете жить без этого служения уже. This is Это уже настоящий поток трансцендентного бхакти захватывает человека полностью, овладевает им. So when Srila Prabhupada was very old and in Vrindavan, вот эти последние дни своих лил в земле, put me on a bullock cart and take me to Govardhan. Он сказал, положите меня на телегу, запряженную быками, отвезите меня на Говардан. But the devotees thought, oh, if we put him on a bullock cart on the bumpy road, there were no roads in those days. Преданные растерялись, подумали, мы не можем такого сделать, потому что дороги ужасные, там ухабины. But what was he saying? Nijanikatanivasam dehi Govardhanattvam. The prayer of Srila Raghunath Das Goswami, but they could not understand. Они не понимали его внутреннего настроения, они все это буквально приняли, думали, мы его в таком состоянии никуда на телеге не повезем на Говардан. Да, но он молился в последние дни Гирираджу Говардану, чтобы тот дал ему прибежище всегда жить у своего подножья. In his final days, he was calling all of his god brothers. В последние дни перед своим уходом Шрила Прабхупада приглашал, зазывал через своих учеников всех своих братьев боги на прощание с собой. And he was begging them for forgiveness. Please forgive me. That I have said some things, you are bell ringers and these things, please forgive me, I made offense. Он хотел иметь возможность достойным образом попрощаться со всеми братьями своими, извиниться, говорил, простите меня, что я называл вас звонарями иногда. Now you can quarrel with each other, but when you're about to die, that time you will love your god brothers and god sisters. И тоже вы запомните. So try to love them before you die. Запомните сейчас. Сейчас вы ссоритесь, обзываете друг друга, недолюбливаете, завидуете друг другу, но придет тот час смерти, когда вы пожалеете об этом, будет очень стыдно, будете каетесь, и вы поймете, насколько вы действительно дороги друг другу. So perhaps you know. There's a very great Vaishnava named Param Pooja Pada Srila Bhakti Pramod Puri Goswami. Может, вы знаете, многие из вас, величайшего Вайшнава Шрила Бхактивинанду Бхакти Прамода Пури Махараджа. He was from a very high-class Brahmin family. Он родом был из очень возвышенного сословия брахманской семьи. And very near and dear associate of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakura. И очень приближенным севакой, учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. When he was in his kitchen doing just chanting Harinam for many years. Он очень серьезно совершал баджану в течение многих лет. Он был не скинчен, у него ничего не было. And he went to visit Srila Prabhupada when Srila Prabhupada was making his temples in India. И когда Шрила Прабхупада, его миссия уже стала развиваться очень активно, он строил храмы в Индии, он пошел навестить Шрилу Прабхупаду. So he came there. And the devotees, they went to give him prasadam, but he would not accept because they are malechas and yavanas, they are outcasts from the west, and I am Brahmin, I will not take their things prepared by them. Он пришел навестить Шрилу Прабхупаду, и ученики Шрилы Прабхупады, все западные белые люди, они кто-то вынес ему угощение, махапрасада, сладости, но он отказался что-то есть, потому что он подумал, я не буду есть еду, приготовленную млечками, не кастовыми.
потому что он был из очень высокой касты браманов, и вот это умонастроение оставалось у него в чистоте. Some years later, прошли годы, when he wanted to make his mission. Прошли годы после этого, и он уже захотел тоже создать какое-то материальное проявление своей миссии, служения Гуру. Он подумал, Свами Махараджа, очень много состоятельных западных учеников. So he wrote a letter to Srila Prabhupada asking, can you give some donation to help my mission? И он написал письмо к Шриле Прабхупаде, обращаясь к нему за материальной помощью, сказал, вы можете из фонда своей организации пожертвовать что-то на постройку храма? Я хочу начать миссию. Шрила Прабхупада wrote back, I would like to give you something, but you are a very high-class Brahmin, and I don't want you to be contaminated by this money from the Yavanas and Malachis. Шрила Прабхупада написал в ответ, сказал, я бы с удовольствием пожертвовал для развития твоей миссии, но, к сожалению, эти деньги, источник этих грязные западные млечки, я боюсь осквернить тебя и твою чистоту, поэтому лучше тебе не давать никаких денег. Шрила Прабхупада was so strong. Шрила Прабхупада был такой серьезный. So when Srila Prabhupada was about to pass away from this world and he could not move. Но уже в последние дни, когда он в очень ослабленном состоянии лежал, and he called his godbrothers to come to see. И он попросил учеников пригласить всех своих братьев. So then Srila Puri Maharaj came to see him. Бхакти Прамод Пури Махарадж пришел попрощаться с ним, со Шрилой Прабхупадой, выразить свое. Srila Prabhupada said, please forgive me. Whatever offenses I have made. Шрила Прабхупада стал извиняться перед ним, сказал, простите. Beg forgiveness on my behalf. Он извинялся перед Бхакти Прамод Пури Махараджем и сказал, если другие братья не захотят прийти попрощаться, от моего имени попроси прощения у всех. Я прошу прощения у каждого. Шрила Прабхупада сказал, you have not made any offense. Пури Махарадж сказал, ты не наносил никаких оскорблений. Шрила Прабхупада сказал, can you do one last thing for me? Шрила Прабхупада сказал, ты можешь исполнить мою последнюю бессмертную просьбу? So he could not say no, because the last request of a person who is about to leave, it's very powerful in India. Отказывать умирающему в ведической культуре запрещено. Нельзя отказать последнему желанию умирающего. Of course, Махарадж. Он сказал, что угодно, Махарадж. Шрила Прабхупада could barely move, so his disciples. Едва шевелился. Брахмапада. И сказал своему ученику, принеси махапрасада. So then they bought one ладу. Они принесли сладость ладу. Прабхупада said, take prasada. Прабхупада сказал Пури Махараджу, скушай этот ладу. Then Шрила Прабхупада was looking at that ladu. Пури Махарадж смотрел на этот ладу. His whole life, he never put anything in his mouth that was not cooked by a Brahmin Vaishnava. За всю свою жизнь. I don't know if you know Srila Puri Maharaj, but he's very high standard. За всю свою жизнь Пури Махарадж, за всю свою долгую жизнь ни разу не съел чего-то, что не было приготовлено высококастовым браманом. Он был очень строг в этом в этикете чистоты и всего браманской культуры. Srila Prabhupada is about to pass away. А Srila Prabhupada на последнем воздыхании будет скушать ладу. Srila Prabhupada would never give up in any circumstances. Это его удивительное качество, он не сдавался никогда. This is determination. То есть вот эта решимость, он оставался собой до самого конца. So then Srila Puri Maharaj, he bit into that ladu. Puri Maharaj откусил кусочек ладу. And he himself said. И уже позже он сам рассказал. The moment that I tasted that ladu. Как только этот ладу очутился у меня во рту, я. Then by the mercy of Nityananda Prabhu, it entered into my heart the importance of preaching to all the living entities in the world. По милости Нитянанды Прабху, мое сердце наполнилось, прониклось пониманием важности проповеди в западных странах. And that those who have accepted initiation in the line of Chaitanya Mahaprabhu, they are Vaishnav. There's no consideration of caste or creed. И меня озарило, я понял, что те, кто получает посвящение в традиции, в линии Чайтаньи Махапрабху, они уже не подвластны каким-то этим категориям касты, сословия, чего угодно, что это вайшнавы. Ей баджи сей бора абхакта динача, Кришна баджане нахи джати кула дивича. Махапрабху said,
that those who are doing bhajan are great, everyone else is bogus. Сам Махапрабху говорил, тот, кто совершает бхаджан, он великий человек, все остальные негодяи. And in the realm of Krishna bhajan, there is no consideration of caste or creed or gender or age or color or anything. В контексте бхакти, социальный статус, пол, никакие там, ничто, никакие факторы, связанные с нашим телом, никакой роли не играют. And then after that you see how Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, he had many disciples from all over the West. He became so causelessly merciful, even gave the dozens and dozens of sannyas initiation even to Westerners. И после этого Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj сам стал проповедовать западным людям, у него было потом уже очень много западных учеников, и даже дал саньясу многочисленным западным преданным. И он благодарил Шрилу Прабхупаду за вот это откровение, которое он получил, озарение, прозрение, которое он почувствовал, когда он съел вот этот ладу. Есть один бенгальский преданный, который сейчас в Канаде уже живет. И он мне лично рассказывал вот эти истории. That when Srila Prabhupada was in Vrindavan, he was the one that Srila Prabhupada always used to send to go to Mathura to discuss things, send messages backwards and forwards with my Gurudev and invite my Gurudev to come to me. Этот бенгальский преданный рассказал мне, что он служил Шриле Прабхупаде во Вриндаване, и именно его Шрила Прабхупада все время посылал в Матуру позвать моего Гурудева прийти обсудить что-то или провести время вместе. So when Srila Gurudev was about to pass away, he called my Gurudev, Srila Prabhupada, he called my Gurudev to his bedside. И перед уходом Шрила Прабхупада призвал нашего Гурудева из Матхуры. And Srila Prabhupada spoke to him in Bengali, so the other people who were around, Tamal Krishna Maharaj was there, Brahmananda, and Jayapataka Swami, others were all of them. But he spoke in Bengali. И там было много старших представителей ИСКОН, и Srila Prabhupada, когда пришел Гурудев, перешел на бенгальский, потому что он хотел приватно поговорить. Don't be angry or sad, I'm not only repeating Srila Prabhupada's exact words. И не расстраивайтесь на то, что не обижайтесь на то, что я скажу, потому что я повторю слова самого Шрилы Прабхупады, что он сказал на бенгальском языке, обращаясь к нашему Гурудеву. Srila Prabhupada held my Gurudev's hand. Взяв за руку моего Гурудева, please forgive me for any offense. Он сказал, прости меня за любые оскорбления, которые, возможно, нанес. Why? Some persons became upset with him because he used the He allowed his disciples to call him Srila Prabhupada. Произошла такая ситуация, что многие вайшнавы старшие обиделись в какой-то мере на Шрилу Прабхупаду из-за того, что его ученики называли его Прабхупадой, потому что это титул был зарезервирован для Бхактисиддханты Свами и Прабхупады, его гуру. After Bhaktisiddhanta Thakur left this world, all the disciples got together and they decided that none of us will take this title Srila Prabhupada. It will be only for our Guru. Потому что Шрила Прабхупада это именно был титул, которым все звали Бхактисиддханту Сарасвати Такура, и после его ухода все ученики собрались и пообещали друг другу, они приняли решение, что мы никогда по отношению к себе не будем применять вот этот титул. Пусть всегда наш Прабхупад будет известен как Прабхупад. Это только это его титул. But Srila Prabhupada's disciples started calling him Srila Prabhupada. Но позже ученики Шрилы Прабхупады стали звать его Шрила Прабхупада. So, there's nothing wrong with this. Every disciple has the right to call their guru Srila Prabhupada. На самом деле тут ничего страшного нет, потому что у каждого ученика есть право. Every disciple has the right. И он должен относиться к своему гуру. У каждого ученика есть право называть своего учителя Шрила Прабхупада. Except for my disciples. У всех, кроме моих учеников. У моих учеников такого права нет, у всех других учеников, других гуру такого Why? Права есть. Because Prabhu means Lord. Прабху значит Господин, Господь. Nityananda Prabhu is Lord. Nityananda Prabhu. Истинный Господь. And Advaita Prabhu. Advaita Prabhu мы называем. And at whose feet the Prabhus are sitting is Prabhupada. А Прабхупад тот, у чьих стоп
находится Прабху. So first Prabhupada is Mahaprabhu. Поэтому истинный Прабхупад – это читание изначальной Махапрабху. It's written in Chaitanya Charitamrita. Это описано в Читании Чаритамрите. When Mahaprabhu returned from the tour of South India back to Jagannath Puri. После того, как Читания Махапрабху вернулся из странствий по Южной Индии обратно в Джаганатхапури. So Sarvabhauma Acharya arranged that he would not stay in his house anymore. He would stay in the house of Kashi Mishra. К этому времени Сарвабхаума Ачарья уже подготовил новое место жительства для Читания Махапрабху в доме Каши Мишры. So when Kashi Mishra heard this, когда Каши Мишра узнал об этом, then he said, он сказал, Каши Мишра кохи ами Махабхагьяван, море гриха Прабхупаде хабе абастан. Oh, I am so fortunate, Prabhupada will stay in my house. Каши Мишра заликовал, я настолько удачлив, что Прабхупад будет жить в моем доме. So Chaitanya Mahaprabhu is first Prabhupada. Chaitanya Mahaprabhu, он истинный, изначальный Прабхупад. And because Sakshat Haritvena Somasta Shastre. Yadyapi Amara Guru Chaitanya Radas Tatapi Jane Ami Tahar Prakash. Even though my Gurudev is the servant of Chaitanya Mahaprabhu, I see him as a manifestation of Chaitanya Mahaprabhu. Но также существует понимание, из-за того, что мы относимся, должны относиться к гуру как слуге Чайтаньи Махапрабху, но одновременно с этим как и проявлению самого Чайтаньи Махапрабху. То есть двоякое такое. Кришна or Чайтанья Махапрабху is Prabhupada and who is the direct non-different manifestation of him can also be called Prabhupada. То есть Чайтанья Махапрабху, он Прабхупад. И те, кто является истинным проявлением читания Махапрабху, Пракаша Махапрабху, тоже Прабхупады. Then, in Bhaktirasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad has written. Bhaktirasamrita Sindhu, Rupa Goswami Pad пишет. Srimad Prabhupadam Bhoja Sarva Bhagavat Amritam Amrite. Meaning that, my Prabhupada, Srila Sanatana Goswami, has put all the sweet Bhakti Siddhanta in his bread, Bhagavatamrita. Rupa Goswami Pad пишет, что мой Прабхупад, он подразумевает своего старшего брата Санатана Госвами Пада, он вложил всю сладость Бхакти в этот труд. Он изложил всю сладость Брихат Бхагаватамриты. In Bhaktirasamrita Sindhu, his writing, my Prabhupada Srinath Goswami has put all the Bhakti Siddhantas in his Brihat Bhagavatamrita. Bhaktirasamrita Sindhu, Rupa Goswami пишет, что мой Прабхупад, имея в виду Санатана Госвами Пада, вложил всю Бхакти Расу, Bhaktirasamrita Sindhu. Брихат Бхагаватамрита. So when Rupa Goswami says, Prabhupada Jaya Prabhupada, he means Sanatana Goswami. Yeah. So when Rupa Goswami says Jai Prabhupada, he means Sanatana Goswami. Когда Рупа Госвами Пад говорит Джай Прабхупад, он имеет в виду Санатана Госвами. But the godbrothers of Srila Prabhupada had decided they would not take that name. So they became somewhat upset with him when his disciples were calling him Srila Prabhupada and he accepted it. Но между собой ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура решили, что по отношению к себе они никогда не будут принимать такой титул Прабхупад. Поэтому естественным образом они обиделись, когда узнали, что ученики Шрилы Прабхупады называют его таким образом. But my Gurudev said he did not accept it. Но мой Гуру Дорога, он не принимал это обращение. When Srila Prabhupada heard all the disciples chanting Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, he was remembering his whole Guru Parampara, his Guru and his Guru all the way up to Chaitanya Mahaprabhu. And thinking they're glorifying them. Мой Гуру Дорога. So what disciples is thinking, what Srila Prabhupada is thinking is different. Дал правильное пояснение тому, как это воспринимал Srila Prabhupada, потому что он не принимал это на свой личный счет, вот это Jai Prabhupada. Когда ученики кричали «Джай Прабхупад», он думал о своем учителе, что они прославляют его, своему Парамгурудеве, всей Гуру Парампари. Вплоть до читания Махапрабху, он думал, что он радовался, слыша это, считая это прославлениями Гуру Парампары. So my Gurudev, he had no problem that all the disciples called him Srila Prabhupada. Поэтому мой Гурудев никак не расстраивался по этому поводу. У него не было никаких претензий по поводу того, что ученики Шрилы Прабхупады называют его Прабхупад. But my Gurudev had one problem. У Гурудева была другая проблема. That is that his name, he put the name on his books, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. У Гурудева была другая проблема.
другая претензия к Шриле Прабхупаде. Ему и Гока робила, что Шрила Прабхупада употребляет инициалы АЧ. This AC is not correct. В подписи своей АЧ Бхактивиданта с вами Прабхупада, подписывая все книги. Вот Гурудеву не нравилось вот это. In India, AC is very good, means first class. AC на английском хорошо. Only first class trainers AC. Это кондиционер. Это хорошо, значит, первым классом путешествуете в поезде. Это радует. But Gurudev was thinking this is wrong. Но Гурудеву не нравились вот эти буквы в контексте. Because he was there when Srila Bhaktipragyan Keshwaj gave him the sannyas name Bhaktivedanta Swami. He never gave the name A.C. Bhaktivedanta Swami. То есть Гурудева это очень расстраивало, потому что это у него было как смещенная реальность. Он помнил, он был свидетелем этой саньяс яги, сам все подготовил, его учитель дал Шриле Прабхупаде духовное имя саньясы. И вот эти инициалы не фигурировали в этом новом имени, которым с тех пор должен был зваться по правилам. He thought no one in our line took sannyas, and they keep their grihastha name and put the grihastha name in front of their sannyasi name. Гурудеве не нравилось это нововведение, что никто из предыдущих ачарьев никогда не продолжал пользоваться предыдущим именем уже в саньяс ашраме, то есть только использовалось имя саньяс ашрама. So my Gurudev wrote letter to Srila Prabhupada. Why don't you use this AC? И Гурудева не сдержался, он хотел высказать свою точку зрения. Он написал открыто в письме прямолинейно: объясни мне, почему ты продолжаешь использовать свое имя грихаста ашрама, Абай Чарана Равинда, инициалы в своем новом имени саньясы. And Srila Prabhupada wrote back to my Gurudev also. Srila Prabhupada написал ответ. Say, oh, when I read this, then it was like a thunderbolt on my head. Он сказал, когда я прочел, Шрила Прабхупада пишет, когда я прочел твое письмо, я почувствовал, как мне по голове ударила молния. I have done wrong. Мне стало стыдно. But he never changed it. Мне стало стыдно за этот проступок, но никак он ничего не поменял после этого. Он продолжал употреблять аче. So there's a reason why. И в этом есть своя причина. Is that when he was staying in Radha Damodar. Причина вот этой загадки следующая. Когда Шрила Прабхупада жил тогда те годы, 8 лет в Радха Дамодаре, почти 9 там. One day in the middle of the night. Однажды посреди ночи. He could hear a voice calling. Он был в своей комнатке и услышал, что его, что голос какой-то зовет. Абай Чаранаравинд. По его имени Абай Чаранаравинда. Абай Чаранаравинда. He woke up with who's calling me? Он уже был в саньясе тогда, как вы помните. Он подумал, кто меня зовет по старому имени. И он выглянул на улицу, никого не увидел. He could still hear Abhay Charanaravind. Но продолжал слышать этот настойчивый зов. So he followed the sound of the voice. Он пошел в сторону, откуда на звук этого. From one side of the ditches of Radhadamari's room is there, he walked across the temple roof and through the door into the Samadhi garden. То есть он вышел из своей комнатки, которая находится по правую сторону от алтаря в Радхадамадаре, прошел через алтарную и пошел в ту сторону, где вот этот тропинка парикрамная находится, самадхи всех вайшнава. And there, in the Samadhi garden, at the Samadhi of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he saw his Gurudev was standing there. И там, в том саду, где расположены самадхи, у пушпа самадхи своего Гурудева, он увидел, что стоит его гуру. Don't think that Gurudev can die. Не думайте, что гуру умирает. Gurudev is eternal. Гурудев вечный. And as Krishna is all pervading, his devotees are also all pervading. They are everywhere. Кришна вездесущий, его преданные вездесущие, они могут быть где угодно, когда угодно. His guru was calling Abhay Charanaravind. Его гуру стоял там у своего самадхи и звал его к себе Абхай Чарнаравинда. Seeing his Gurudev many years after he had apparently left this world, he gave pranams. То есть Шрила Прабхупада увидел своего Гурудева впервые за долгие годы с момента его ухода с этой земли, и он поклонился ему. Шрила Бхактисиддханта Тхакур said, I have given you this name, Абхай Чарнаравинда, one who is fearless at the feet of Krishna, at the lotus feet of Krishna. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал Шриле Прабхупаде, я нарек тебя этим именем Абхай Чарнаравинда, тот, кто бесстрашен, находясь у стоп Кришны. So now I want you to go to the west now. Don't be afraid. Be fearless. Я тебе не понапрасну дал это имя. Я хочу, чтобы наступил момент тебе отправиться
в Америку и будь без, продолжай быть бесстрашным. So because of this mystical vision, Srila Prabhupada, from that day, he, because his Gurudev, while he was sannyasi, called him Abhay Tarnavin, he always kept A.C. Bhaktivedanta Swami. Поэтому не объясняя никому, почему он это делает, с того дня Шрила Прабхупада стал употреблять эти инициалы в своем имени на издание книг, потому что уже после того, как он был саньяси, вот в этом откровении, в этом видении, Гурудев назвал его Абхай Чаранаравинда, и он этим очень дорожил, и поэтому он всегда сохранял. Но он был очень смиренным, он не стал оправдываться даже перед Гурудевом, не стал, он просто сказал, мне стыдно за мой проступок, но не стал объяснять, почему он это сделал. So, Srila Prabhupada, when he was about to leave, he held Gurudev's hand and said, please forgive me for my offense. И уже перед уходом Шрила Прабхупада держался, одержал нашего Гурудева за руку и говорил, прости меня, пожалуйста, за все мои оскорбления. Gurudev said, you have not made any offense. Да, Гурудева сказал, не совершал ты никаких оскорблений. If you have said this one was a bell ringer or anything, ну что ж, it was only to inspire everyone to preach more and more. Ну назвал ты их звонарями. Ну и что страшного, это просто ты сделал, чтобы разбудить их немножко, чтобы придать им энтузиазма к проповеди. So don't worry about that. Поэтому даже не переживай об этом. Now there's a recording of this conversation, you can hear it. Существует запись этого разговора, вы можете в архиве есть запись, это можно услышать. Bengali, so we can verify every word. На бенгальском вы можете пойти к любому бенгальцу, владеющему английским, и он подтвердит вам дословно, что сказано в этом разговоре между нашим Гурудевом и Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада сказал, can you do something for me? Ты можешь сделать одолжение для меня? Gurudev said, you are my Shikshaguru. Anything I will do for you. Гурудева ответил, ты мой Шикшагуру, я готов исполнить любую твою волю. Шрила Прабхупада said, I have collected so many monkeys from all over the world. Шрила Прабхупада сказал, со всего мира я насобирал обезьяны. Бандар is monkey. Бандар это обезьяны. But I could not completely train them. Я не успел выдрессировать их. So now I am leaving. Сейчас мне пора уйти. Then those who come to you, you should. I want you to train them. Поэтому я хочу, чтобы ты продолжил дрессировку, воспитание их. Те, кто пойдут к тебе, пожалуйста, воспитывай их. And complete their spiritual education. Помоги им завершить их духовное образование. How much can you teach to a person who's making tilak with their spirit? Что вы можете рассказать человеку, который плюет в ладонь, чтобы размешать тилак? Какие глубокие духовные истины вы можете дать? Of Vaishnava Siddhanta. Потому что духовное образование это многослойный процесс, там столько просто в самой Сиддханте слоев понимания. This is not something you can understand in only a few days. За пару дней это не понять. It takes few lifetimes. Несколько жизней уходит просто, чтобы Сиддханту освоить. So Srila Prabhupada said, tell them what I have told to you. Шрила Прабхупада сказал, ты потом, ты перескажи, ты озвучи то, что я тебе сказал сейчас. So then Srila Gurudev spoke to all the leaders. Тогда уже обращаясь к лидерам ИСКОН, наш Гурудева сказал. And he said, never think that your guru will leave you. Он сказал, никогда не думайте, что ваш гуру оставил вас. Don't quarrel among yourselves. Не ссорьтесь между собой. Always work together to push on the mission of your Gurudev Swami Maharaj. Всегда сотрудничайте, чтобы продолжать развивать миссию своего духовного учителя. And if you have any question, если у вас возникнут какие-либо вопросы, my door is always open. You can come to me. I will help. Мои двери всегда открыты для вас. Добро пожаловать. Я всегда готов помочь вам. He never said. Okay, now he's leaving, I am in charge, you should all follow me. Гурудев не стал говорить, сейчас Шрила Прабхупада уходит, я буду следующим его преемником, вы должны слушаться меня теперь. Said, you carry the mission of your guru. Он сказал, вы продолжаете развивать миссию своего гуру. And when you have any question, come to me, my door is open, I will help you. А когда возникают вопросы, приходите ко мне. Я всегда готов вам помочь. Completely free from any ego, completely free from any worldly desire for gain or adoration or worship or profit. То есть тут очень все очевидно поведение Гурудева, очень чистое, безупречное поведение, никакого желания какой-то прочистой славы мирской, последователей какой-то власти, положения. So Srila Prabhupada said to my Gurudev,
Шрила Прабхупада сказал моему Гурудеву. I have one last request. У меня последняя просьба к тебе that есть. You give my samadhi with your own hands. Я хочу, чтобы ты своими руками усадил меня в самадхи. So then, shortly afterwards, Srila Prabhupada became entered into the uppercut, unmanifest pastimes of Radha and Krishna. И вскоре после этого Шрила Прабхупада вошел, вернулся в вечные лилы Радхи и Кришны. When Srila Prabhupada was about to leave, he asked Gurudev to sing one song. Прямо перед своим уходом Шрила Прабхупада попросил нашего Гурудева спеть один баджан. Шри Рупа Манджари Пада, Шри Мора Сампада, Шри Мора Баджана Пуджана, Шри Мора Баджана Пуджана. The prayer to the lotus feet of Rupa Manjari. Очень возвышенная молитва, обращение к Рупе Манджари, к ее лотосным стопам. And when Srila Prabhupada went into the Uppercut Lila. Когда Шрила Прабхупада вошел в вечные лилы Господа, Uppercut Lila. Then my Gurudev had to do the Antim Sanskar, the final Samadhi Sanskar. Так Гурудев уже совершал последнюю санскару для Шрилы Прабхупады. That means he had to write on the chest of Srila Prabhupada the Gopi Bhav mantra in Sanskrit on Srila Prabhupada's chest. На груди Шрилы Прабхупады Гурудева написал сандаловой пастой Гопи мантру, Гопи Бхава мантру. And he had to he put him on a Vyasasana. Усадил Шрилу Прабхупаду на Вьясасану. And then took him for the darshan in the Saptadevalaya. Govinda Gopinath Madan Mohan Radhashamsun Radha Gokulananda Radha Bandra Vidamadar plus Radha Madhav. So the main seven temples of Vrindavan. И Шрилу Прабхупаду понесли на последний даршан по всем главным семи храмам Вриндавана. So it took many hours to carry Srila Prabhupada and Palanquin to all the temples. And my Gurudev was singing and dancing at the top of his voice, leading the kirtan everywhere. Так как это заняло очень много часов, нести Шрилу Прабхупаду на Паланкине, посетить все семь храмов, в это время мой Гурудев с величайшим энтузиазмом, величайшей любовью пел и танцевал. And then you can see on the video. Вы найдете в архиве видео. This video of my Gurudev putting Srila Prabhupada in Samadhi. Как мой Гурудев усаживает Шрилу Прабхупаду в Самадхи. And then afterwards, then he sang Jai Nilo Premadana. И затем Гурудев спел Jai Nilo Premadana. You have to hear the recording of this. Вы должны найти эту запись. Посмотрите, послушайте. My Gurudev singing the disappearance song Jai Nilo Premadana at the Samadhi of Prabhupada on his disappearance day. Only hearing the recording, even today, atheist their heads will stand on him. То есть любой безбожник, если он услышит, как Гурудева, как проникнуто Гурудева поет Jai Nilo Premadana для Шрилы Прабхупады, волосы у тела на теле этого безбожника встанут дымом. Невозможно не прочувствовать силу и эмоции любви нашего Гурудева. So in the Pranam Mantra to Srila Prabhupada, it is said, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Srila Prabhupada is the preacher of Gauravani. В Pranam Mantra Srila Prabhupada говорится, что он проповедник Gauravani. So what is Gauravani? Что такое Gauravani? What Srila Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu did not write any books. What he inspired in the heart of Rupa Goswami, this is Gauravani. Сам же Чайтанья Махапрабху не писал никаких книг. То есть то, что его Гауравани, это то, что написал Рупа Госвами, будучи вдохновленным Гаурангой Махапрабху. So don't have any doubt. Поэтому не сомневайтесь. Srila Prabhupada is Rupa Nuga. Не на йоту, в том, что Шрила Прабхупада это Рупа Нуга Вайшнава. Некоторые придумали идеи того, что Шрила Прабхупада в Сакирасе, из-за того, что он установил храм Кришна Баларама, они думают, что он в Сакирасе. Вактрам Брадейша Сутайора Нувейну Джуштам Явани Пита Манурахтака Такшамокшам. The gopis also glorify how Krishna and Balarama are going into the forest. Гопи тоже прославляет Баларама в описании о том, как он вместе с Кришной входит в лес. Why did the gopis glorify Krishna and Balarama? Почему гопи прославляет Кришну и Баларама?
Because of Avahitabha hiding their emotion. They want to hide from the world that they only love Krishna. So they say, oh, Krishna, Balaram, so good. Из-за Авахитабхавы они скрывают свою любовь к Кришне, чтобы никто не подумал, что они влюблены в Кришну, они прикрываются Баларамом. О, Баларам с Кришной, такие двое красивые, в лес пошли, чтобы никто не догадался, что именно Кришну они хотят. You can know Srila Prabhupada only through the hearing process. Постичь, познать Шрилу Прабхупаду можно только через процесс слушания. Perhaps you know that before I came to my Gurudev. Может, вы знаете, что до того, как прийти к моему Гурудеву на Раджа Махараджа, я жил в ашраме Шрилы Гаур-Говинды Махараджа в Бхубанешваре. So before Srila Prabhupada went to Vrindavan and left this world, the last place he went to establish in India was the temple of Bhubaneswar. И надо знать, что до того, как Шрила Прабхупада отправился уже во Вриндаван и после этого вскоре ушел из этого мира, последнее место, которое он посетил, это был храм Бхубанешвара, он основал этот храм. There was no temple there then. It was only a jungle with mosquitoes and scorpions. В то время там не было храма, там просто были джунгли, в которых жили комары, скорпионы. And Srila Gaur-Govinda Maharaj made one mud hut with a straw roof and he was staying there. Gaur-Govinda Maharaj построил такую мазанку с соломенной крышей и жил там прямо в джунглях в ней. When Srila Prabhupada was coming to Bhubaneswar, Srila Jayaprataka Swami organized a hotel for Srila Prabhupada to stay in. Когда Шрила Прабхупада огласил, что он поедет навестить Бхубанешвару, то Джайапатака Свами Махарадж, он хотел забронировать отель в Бхубанешваре для Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada said, I will not stay here. I will stay with my son, Gaur Govinda Swami. Свами Прабхупада сказал, я не буду жить ни в каком отеле, я буду со своим сыном Гаур Говиндой Свами жить у него в гостях. So Srila Prabhupada came there and he lived in one mud hut with a straw roof for 17 days with Srila Gaur-Govinda. То есть в течение 17 дней Шрила Прабхупада жил в этой крошечной глиняной избушке в джунглях вместе с Шрилой Гаур-Говиндой Махараджа. So Srila Gaur-Govinda Maharaj told me. Шрила Гаур-Говинда Махарадж мне сказал. At that time. Что в это время, в течение этого времени, в этом месте. When he was having Harikatha with Srila Prabhupada day and night for 17 days. 17 дней днем и ночью напролет Гаур-Говинда Махарадж слушал катху от Шрилы Прабхупады. Then Srila Prabhupada manifested this swarup as a Manjari maid servant of Srimati Radhikatha. И Шрила Гаур-Говинда Махарадж поделился лично со мной в том, что в то время Шрила Прабхупада явил свою Манджари сварупу. And he told me what service he is doing. И рассказал о том служении, которое он совершает. Shatoyam na viksha punariya maya manatanaya vishantam strivesham subala vasanam budhargira idam kuta vachanam avadaryoch chalatadi skalata upa gopa pravaram avarotsyami kimaham. Radharani sometimes becomes very upset with the outrageous behavior of Shamsundara. Иногда Радика приходит в ярость от возмутительного поведения Шамасундара. At that time she's thinking, who can make sure that Krishna does not come to my course? Она говорит, как придумать, как сделать так, чтобы он не посмел заходить в мою кунжу? Кто может меня оградить от его? My Astasakis, they love myself and Krishna equally. Она думала, потому что мои подруги любят его и меня равнозначно. So if they think I'm being unreasonable, then they sometimes take Krishna's side. Поэтому если они подумают, что я безрезонно отказываюсь его видеть, то они примут его сторону и помогут ему проникнуть ко мне. One of my mentors who loves me more than Krishna will always be on my side, no matter how unreasonable I am. Поэтому мне нужна помощь одной из моих служанок Маджи, потому что они любят меня. Исключительно меня, поэтому права я не права, они всегда будут на моей стороне и сделают все, о чем я их попрошу. So then she's calling one manjari. Она призывает одну манджари к себе. That manjari Srila Gaur-Govinda Maharaj saw in his. И вот эту манджари увидел Шрила Гаур-Говинда Махарадж. And telling her. И говорит ей. Кришна шатоям на викша пунария мая марадания. Krishna is a shark. That means he's very nice in front of my face, but behind my back he's doing so many wrong things. Krishna – лицемер, он притворщик. Он просто мне в спину нож все время втыкает. В глаза мне одно говорит, за моей спиной устраивает такое, что ужас. So I have some pride.
А у меня женская гордость. У меня женская гордость и достоинство есть. Я не могу допускать, чтобы со мной так обращались. Oh, I don't want to see his black face here. Вот черную, черное лицо видеть тут не хочу в своей кунже. So go and stand on the gate of my kunj. Поэтому иди и сторожи калитку, вход к моей кунже. And make sure he does not come here. И гарантируй мне, чтобы он не смел сюда проникнуть. But one thing. Be careful. Но будь бдительна. That's Subala Suridam. She's so angry with him, she cannot even say the name of her. That friend of Subala. Радика настолько разгневана на него, что она даже не хочет его по имени называть, его имя произносить. Она говорит, этот дружок Субала. He may borrow some clothing from Kundalata and come here disguised as a gopi to try to get into the kund. So watch out for him. Будь осторожна, потому что он может запастись женской одеждой, одолжить ее у Кундалаты и переодеться в женщину и попытаться проникнуть сюда как гопи. And if you manage to catch him and recognize him, если ты его распознаешь и поймаешь, then he will speak very sweet words like honey to try to melt your heart. Он начнет выворачиваться, будет сладкие речи тебе рассказывать, как мед на сердце, чтобы ты передумала. But at that time, make your heart harder than a stone. Будь твердой, пусть твое сердце станет тверже камня, не поддавайся на все его хитрости. Don't listen to him. Не слушай вообще. Don't let him. Не впускай его сюда. You should teach him a good lesson. Его следует достойно проучить. So then, when that maidservant's going, and standing guard. Служанка выходит и как security стоит, сторожит вход в кунжу. Then she notices. Потом она видит, что one very beautiful goat is coming. Очень красивую девушку, которая приближается. With a sharp complexion. Такую немножко темновенькую. And she realized, ah, Radharani was right. И она подумала, моя свамини, как всегда, права оказалась. Then she calls out, hey, Mohini Murti. Она говорит, о, Mohini Murti. There are no demons here. Тут нет у нас демонов. So no need to do any cheating here. Поэтому тут никого обманывать не надо. I suggest that you go back to where you came from and meditate on your faults. Я рекомендую тебе вернуться туда, откуда ты пришла, и позадуматься о собственных поступках. So our Srila Prabhupada, like his Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Sarathakur, Nayana Nani Manjari. И наш Шрила Прабхупада, таким же образом, как и его Гурудев, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который является Найна Мани Манджи. Like his Gurudev, Гопишодас Бабаджи Махарадж, Гуна Манджи. И как его Паран Гурудев, Гопишодас Бабаджи Махарадж, который является Гуной Манджи. Like his Gurudev, Шрила Бхактисиддханта Такур, Камала Манджи. И как Камала Манджи. All our acharyas are in Madhurya Ras and Palya Dasi Bhav, maid servants of Radhika. Все ачарьи в нашей Рупануги Гуру Парампаре, они в Мандире Пали, в настроении служанок Шримати Радики. So if you glorify Srila Prabhupada, that he has distributed books everywhere and spread the Yuga Dharma everywhere, then you have not really glorified him. You have only told he is a servant of Mahavishnu. Because establishing Yuga Dharma is done by Mahavishnu. Поэтому, если ваше прославление Шрилы Прабхупады заканчивается на пределе того, что он распространил столько книг и распространил Юга-дарму, воспевание святых имен, то это не является достойным проявлением, не является прославлением его славы, потому что тогда получается, что вы его видите как слугу Махавишну. Это задача Махавишну – устанавливать Юга-дарму. His actual glory. Истинная слава Шрилы Прабхупады. Я кем Гуришу Бабуша Калука Кабани. Nityam parasya purishasya shikanda mole tasya kadara siddhaya vrishabhavna jaya. Его истинная слава заключается в другом. That Krishna himself has to come and falling at her feet, bowing down again and again with tears in his eyes. Его истинная слава заключается в том, что он занимает настолько возвышенное положение, такую должность в духовном мире, что Кришне самому приходится и кланяться перед ней со слезами. Прославляя эту служанку, обходя please, ее молитву, умоляя, Кришна готов на что угодно, чтобы она помогла ему увидеться с Радхикой. Он клянется, божится в том, что он никогда так не поступит больше. Krishna cannot live without Radhika. Кришна жить без Радхи не может. Without Srila Prabhupada's permission, he cannot go to. Но без дозволения, без разрешения Шрилы Прабхупады он никак не проникнет к Радхе. So how powerful is Srila Prabhupada? Поэтому какой властью обладает и влиянием
влиянием Шрилы Прабхупады. That's why Prabhupada gave him Swami Maharaj, because he can control even Krishna. Поэтому Прабхупада назвал его Свами Махарадж, потому что он может контролировать даже Кришну. So you know that in Western culture, when it's your birthday, everyone gives you a gift. Обычно на Западе в культуре, когда у вас день рождения, вам дарят подарок. But in Vedic culture, on your birthday, you have to give the gift. Но в ведической культуре, в свой день рождения, вы должны дарить подарки другим. So Krishna was born at midnight. Кришна родился уже в полночь. So he does not distribute gifts to everyone that day. He distributes gifts on this day. Поэтому родившись в полночь, он не может за ночь успеть всем раздать подарки. Он уже раздает подарки на следующий день. So on this day, Nandotsava, Krishna gave the best gift to the whole world. He gave us Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada.